Возьму-ка я, пожалуй, винтовочку в руки, бля. Я у пятиэтажек бегу. Сзади. Видишь, зомба сидит. Где? Между пятиэтажками и больничкой. Ну вот я сейчас там. А, вижу, да? Забегаю в больничку, дверь открыта, увидишь меня там. Ты как одет-то? Красный, бордовый пуховик, зеленый берет. Я, короче, в зеленой бейсболке, зеленый рюкзак и горка. Камуфляж. Я пока что тебя увидел. А ты где? Вот открыта дверь. Ты дальше пробежал, видимо. А, во-во-во. Блядь, зомба сагрилась. Сзади, Андрюх. Сниму. Все, пригрел. А у тебя топора-то нет? Есть. Вот же в руках. А, да, точно. У меня просто крашено. Давай, пойдем? Давай лонг крашен. Лонгрейдж откинул. Че, может поколгазим? Или че, не будем рисковать? О, все, у меня мощника заряжена. Тебе патроны нужны на мощнику? Так, у меня что-то было. 10 патронов у меня было. И в мощнике все заряжено. На упаковочку забери, а то у меня упаковок до хера. Угу. Вот бинты в аптечке. У меня этих бинтов как говна, блядь. Отлично. Бинтов, хавки. Так, ну у меня хавка, у меня все есть, в принципе. Я готов ворваться. Андрей, слушай, что за хуйня, снэплоудер? Снэплоудер — это когда он у тебя патроны заряжает не по одному, засовывая в этот в ружье. Винтовку, в смысле. А сразу он берет это и одним движением засовывает вот эту обойму. Угу. Ну, типа, быстро, типа. Ну, у меня она такая, как бы это, на два патрона. Как понять? Ну, давайте скину, посмотри. Снэплоудер, в смысле, с двумя патронами? Да. Так ты возьми вот эти патроны, распакуй, которые я тебе дал. И закинь снэплоудер дополнительно еще, добавь, чтобы 5 было. Так, а как патроны вскрывать там коробку? Правой кнопкой Empty. А, о. Ну вот возьми, перетяни на снэплоудер, если он у тебя, ну, не заряженный должен быть. И он у тебя добавится. А, все, зарядилось. Вот и. Потом его в винтарь. Если из винтовки хочешь достать патроны, тоже так правой кликаешь на винтовку, Eject жмешь, он высыпет патроны. Угу. Вот, Snowplowder туда запхай и все. Ну, вроде как все вышло. Что-то я звука не слышал. Нет, у меня винтовка заряжена просто. А, ну чё, чё будем делать-то вдвоём? Ну давай, газ. Давай, чё. Колгазин. Давай-ка ты беги, ты лучше карту знаешь. Давай. Ты оборачиваться знаешь, как на бегу, да? Да. Альтон. Через альт? Да-да. Бля, сервак полный, бля, пиздец, Андрюх. Я худею, бля. А, бля. Сосу пеники. Так. А мы же уже на колгазе? Или нет, что-то? А, нет, дальше колгаз. Нет, еще дальше, дальше. И зомба, бля. Вроде не сагрился. Слоупок какой-то. Грустно просто. Уставший, бля. Так, подожди. А, вон там лестница. К
Как залазить, знаешь? А, да, конечно, потому что залазить уже. Откуда бежал? Андрюх, вот сюда, я здесь. А, все вижу. Хоть бы, блядь, залезть, а то сейчас снимут нахуй, блядь. Блядь, мне кажется, на шпиль ползти. Блять, я забыл как менять направление. Колесиком. Появляется треугольничек, крутишь колесико. Угу. И выбираешь подняться по лестнице. Че, Азата исполосовали, да? Да. Пиздец, подкрался незаметно. Да? Я наверху. Угу. Сейчас тоже буду. Никого тут чисто. Ставь сразу 500 метров. Угу. А ну садись, падла, блин. Сейчас Леха подключится. Он голый, а он залутанный, наверное, да? А ты твой вопрос. А? А вот это вопрос. Ну вы же там дюпались с ним. Не, ну если он после этого не играл, то да. Я бы винтерит, но точно есть. Ты где? Я? Да. Я чекаю пожарку. Ага. Я просто тебя не вижу. Так, зомба, зомба, зомба. Пожарка чисто? Что-то у меня, подожди, пока мутновато все очень как-то. Жми Escape, конфигурация, видео и опять Escape. Да, вроде чисто. Какой-то глюк такой. Прицел дырявый какой-то, вообще грязный, блин. Бля, ну лежать наблюдать надо, сервак полный вообще в говно просто. Зомба вроде стоит, тишина. Да, он там. Напротив моркованного дома. Да. Ты угол обзора уменьшил? Неа. Че, блядь, это такое ощущение, что замок рядом квакает, блядь. Да, это серверные звуки. Сейчас Лехе напишу, где мы. Че, там у шпиля тишина пока? Да. Никого. Пожарки чисто. Странно, блядь, народу дохуя, блядь. Ну да, туда он полный сервак, блядь.
Там даже зомба уже загрустила мне. Угу. Стоит такой, блядь. Со стихондрозом, блядь. Ты справа от будки лежишь, что ли? Да. Угу. Лёха пишет, дюбните меня потом. То есть он, блин, голый, что ли? Ты, Андрюк, 2 недели взял, да, отпуск? Угу. Так вот это последний уже. Бля, я в отпуске вроде месяц был, блядь, как будто, сука, 5 дней был, блядь. Пролетело, как хуй знает. Считаю, у тебя там пока вылеты, перелеты, пока туда. Да, да, да. Акклиматизация вся хуйня. Вообще, знаешь, сейчас работаю, как будто, блядь, и не было отпуска нихера. Угу. Да я вам все, парни, подбиваю. В начале года следующего смотаться куда-нибудь. А вы чё, да, вот чё вы, кстати, никуда не это? У вас загранники-то есть? Да. А чё вы? Ну, ты видишь, нас сразу не отпускают много-то человек. Ну, сколько много чё, троих не отпустят, что ли? У вас же там до хера народу-то. Так вот, я говорю, вон, подбиваю Русила на эту тему. Гизатулина, что ли? Ну, он как бы на плане-то подрывной, по-быстрому. Он Ваньку взяли, блядь, съебать, мне кажется, всё надо. Ну да, отдохнете, да вообще ништяк. Я на Гаа хочу слетать в следующий раз. Мы как бы в Азии хотим куда-нибудь там. Это в Индию. Там, короче, такой же климат, как в Доминикане. Ну, на той же широте. Но дешевше. Не, Карибский бассейн вообще дорогой, по сути, своей. Ну, блядь, 70 не вышло, нарыло. Только путевка. О. А в Азию куда? В Таиланд, что ли? Таиланд, Вьетнам, Камбоджа. Китай, говорят, охуенно. А что-то как-то Китай мне не особо хочется даже. Не, все. Не знаю почему. Все, кто был, все, блядь, в экстазе бьются там. Головой. У нас тоже одна сотрудница была. Все классно. Блять, тишина вообще странно, блядь. Да. У тебя там телек, что? Угу. Но вот в центре никого нет, где шпиль, потому что, блядь, там зомба этот стоит, блядь, грустный, блядь. Мне кажется, он давно бы уж согрелся. Ну да, тишина. Пожарку ты контролишь, да? Угу. Там даже не намека на жизнь. Пятиэтажки, смотрю, тоже вроде чисто. Я что-то контрил все уже под станцию, даже уже по домам пошел, ничего нет. Ну, надо это, лежать, смотреть сейчас. Все равно какая-нибудь скотина побежит.
Блять. Вот этот ухляк самый, блядь. Говно. Сука, сейчас резнешься, блядь, неизвестно где, блядь. Че, убери какой-нибудь наполовину заполненный. Да, сейчас, да. Андрюха, ты вообще никуда не ездил, что? Ты вообще никуда не ездил? Или, Ваня. Или давно не ездил? Ну, за гранку. За гранку только гонял один раз, только по учебе. Куда? В Германию. А, ну это так. Что-то как-то не зашел? Нет. Жду, когда ты скажешь. Я тут все. А, вижу. Нихуя там тебя рвануло. Ваня что-то написал. Ага. Воу-воу-воу, я с вами. Глядишь, и народ скопился. Так, ты зашел? Ты лежишь на колгазе? Да. Отлично. Блять, и я зашел. Все, лежим, не жужжим. А тут зомбы нет, смотри. Угу. А, вон стоит. Зомба? Угу. У ангара из шиферного. Около крана, который левого. Нихуя, нихуя, не понял, сообрази. Вот International Hotel стоит разрушенный. А, я-то его не вижу, вижу, с другой стороны. А-а-а. А, ну да, тебе загораживает шпиль как раз. Я как раз на углу будки. Вот этой верхней. Че, пожарку глянь, Андрюх. Я только что оттуда. В смысле, посмотрел только что? Ага. Ты он даже задыхаться начинает. Да, когда долго держишь прицел, он типа задерживает дыхание, а потом это начинает усиленно дышать. Сейчас Ваня опять завесу словами, я опять пустой. А он залутался, да? Ну вот мы недавно, последний раз мы когда играли, мы были залутаны, так-то нормально. Ну днем когда-то вы играли, там часов 5, что-то такое. Да, мы что-то втроем с Лёхой. Бля, кто-то на забор упал, бля. У меня мысля сходить на как-нибудь выбраться на аэро. На центральный? Но. Блять, ну там пиздец, там, блядь, знаешь, какая-то замеса постоянно. Я от Вангу, там будет экшон нехуёвый такой. Там, кстати, дохуя стволов, дохуя вот этих огромных рюкзаков. Патронов очень много. Вот большой рюкзак вообще решает.
Ну да, слотов до хера. Там военные эти рюкзаки большие. Это бегаем как бомжи, сука, со школьными рюкзаками ободранными, блядь. Ну, да, блядь, не серьезно, согласен. Две пачки рис, один кабачок положил, все, пиздец. Да, да, да. Пол рюкзака, бля. Ну, патронов не заныпить, нихуя. Тихо. Ну пусть, там сейчас особо экшона не надо, надо встретиться. Место встречи изменить нельзя. Да. Парни там нагоняют атмосферу, блин. Да-да-да. Нет, тут, короче, Андрюх, вообще чисто. Все зомби стоят на своих постах. Все со стехондрозом, бля. Я говорю, тишина, вообще не сказать. Тишина, да. Ни пуков, ни визгов, ничего нет. Не лутано вообще здесь, похоже. Сейчас я спрошу про нечего, когда они скоро нет. Давай. А ты, Валентин, слушай, вибер у тебя с компа, что ли, или что? Да, я поставил на комп. Удобнее с него печатать. А-а-а. Телефон надо взять в руку, на мелкой этой клавиатуре подрочить. Тут альтабнулся, брум, набрал. Читать удобно, фотки смотреть удобно. Да, он бесплатно ставится, и это параллельно работает. Вот это, смотрю, ты этим бомбишь, ссылками на видосы. Да, да. Я как-то случайно узнал откуда-то, блин. Поставил и, блядь, не нарадуюсь. На работе тоже ставил на комп, но потом это убрал, потому мало ли какая-нибудь скотина будет там включит, будет читать. Вот это жопа только, да. У меня же это там комп, интернет, Wi-Fi, все. Нет, все запаролено, блядь. Не как у вас коммунизм, блядь. Планшеты нельзя, блядь. Wi-Fi отключу. О, это пиздец, это отдельная история, блядь. Типа, знаешь, типа, хуй знает. Карательные меры, типа, какие-то. Угу. Загранотряды, блядь, строил. Да, да, да. Такие непопулярные меры, как бы, принимать. Нахера? Бездейственно не сказал бы, а так вот. Ты пожарку-то смотришь, да? Да. У меня стиль игры в DZ схож со стилем игры в танки, блядь. Как на арте? Да, загоношился, сука, и сигир, блядь. Сейчас, кстати, в танках я чуть с утра сегодня поиграл, арта опять заебывать начинает. По две, по три штуки, по четыре есть. А я на батике не насрали.
На ИС-3 сегодня выехал нахуй уныние. Почему? А не знаю, что-то как-то не очень мне. А в Рюк на арте играть уже считай. До этого мы играли с Сережей в взводах, там нормально, поднатаска туда-сюда там. Я тут это все выехал, ни два, ни полтора, бля. Ну, где-то я знаю, что я там, я далеко как бы и от команды мало зависит. Ну как, команды твою, блядь, жопу прикрывает. Если прорывают фланг, все, валить надо. Вот поэтому французская арта. А, ну она быстрая, да. Чуть кипишь, нахуй, дал по тапкам, блядь. И 60 км тусы ебашишь. Ну, там, по-моему, 40 секунд КД у тебя сейчас, да? 75. Сколько? Да. А, на бате с этим, с барабаном, что ли? Да-да-да. Ты же до него докачал. А? До него докачал. У меня на него что-то уже порядка там то ли 300, то ли 400 боев. Поясни. А я себе чисто средние танки качаю. Не, СТ-шки решаю. Мне нравится на СТ-шках играть. Не скучно. Ой, блядь, Ваня, завалим тебя нечаянно. А для ближнего боя-то у него что, блядь? Лук, что ли? Или мачете? Топор, блядь. Мачете, блядь, топор, блядь. Консервы открывать, ближний бой. Бля, крошка замерзла уже. А, блядь, народ-то вообще отключился от сервака. Ну нет, что-то есть? Ну так, насрано чуть-чуть. Блять, завтра апточек столько, пиздец. Так это же охуенно. Ну охуенно, ну блять, подряд все с утра, блять. Все с вкладками, блять, пиздец. Бля, там что-то Ваню угрожает, нахуй, все по жути. Чё? А он тебе что ли в этот пишет, в личку? Нет. А в общем что-то не приходит. Я тоже сейчас Лёхой пишет, как бы не знаю, что у тебя не приходит. Я даже не слышу на фоне просто. А, вот. Вау, заебись. Пюрешечку заварил себе, блядь, остыло нормально. БПшку что ли? А-а. Ну да, БПшку, пюрешку. Ага, что-то он у тебя это прям... Агрессование, конечно. Да, что-то переработал, наверное. Агрессивный какой-то. Нихуя. Что-то принял, наверное. О, зашел, блядь. Ну, я вижу. А зверин принял. Mm-hmm.
Скупи. Так, а кто звонил-то? Я тебе ведь звонил? Его надо добавить, да? Ты звонил, да. Добавить, Иван. Алло. Алло, Ваня, ты что такой агрессивный? Добрый вечер. Кто-то грозился меня убить просто. Ну что ты господину доктору сделал бы? Полнолуние, блядь. Полнолуние я ему сделал. Полнолуние, да. Месячные сделал ты ему, нет? Ну как, пекутся? Пекутся месячные? Ну. Понятно. Че, мы, короче, на Колгазе с Андрюхой, с лэнг-рейнджами лежим, короче. Аптекаем. Лонгхорн только для дальней дистанции. Дюкнемся. У меня обрез и пистолет еще есть. Так что я лучше по городу побегу. Мне так интересен, мне что-то надоедает уже лежать на крыше. Ну давай, будешь это. Давайте. Вы, может, там увидите кого-то или наоборот. Я шокер еще нашел. А ты как одет-то? Так. Голубая форма, надпись Dentalab красная. Нет. Короче, синяя куртка спортивная, штаны зимние, которые винтер там. Ну. И каска зеленая, которая новая. Рюкзак. Так, рюкзак. Какой у меня рюкзак-то? Зеленый, такой средний. А ты где сейчас? Так, я в ангаре, где Андрей был. Бля, я не знаю, где он был. Ну, недалеко, в общем, от вас совсем там. Да, вот Валентин, от больнички два шага. Понятно. Прям под Колгазом, короче. Сейчас до вас добегу. Давай. Все, я уже с обрезом, короче, иду. Что там? Я недалеко от того места, где я залазил наверх. А, сзади, что ли, получается? Да, да, да. Все, я уже Колгаз вижу. Можете на меня посмотреть. Блядь, дядя Лёша, такие подробности, блядь. Что у него там? Почитай. Я не хочу это вслух говорить. Ладно, хотя бы. Он сейчас написал это, а то я чай пил. Я вроде как записываю, не хочется как бы. Ну я понял, я тоже не стал произносить это. Этот глагол. В общем, я почитал пожарку. Вот, аккуратно там, Сережа, у Сережи говорю, а Андрей тебя может пристрелить. Мне. Он пожарки, что ли? Он пожарку палец. А не скажу, блядь. Короче, я около ангара с дверями синими, голубыми, короче. Кстати. Их два же? Ну, которые ближе к пожарке. А, понятно. Я, кстати, не вижу, где вы. Мы на Колгазе. Не вижу. Так, черные перчатки наши. Возьмите. Мастера, блин. Маскировки, 80-й уровень, блядь, у нас. Ко мне зомби бежит. Ты же этого хотел? Ты же к Тёне ближе. Не попало. Все. Мертвое. Я хотел лук еще сделать, но у меня стрел нет. Бля, а где можно уже курицу эту выебать, блядь? А нет, есть, две стрелы есть. Вот курицу одну достал, да, считай, 20 стрел. Да, еще дюкнуть вообще. Да. Можно Робин Гудом становиться. Да. Я только с луками бегал. Так, вижу еще зомбу по жарке. Андрюх, ты видишь его, да? По жарке пока нет. Я у забора, ты че? Лежу у дырки. Где? У дырки в заборе. Лежу у дырки. Интересно, сразу считай. Видишь, нет ты меня. Сейчас не вижу. Андрюх, ты в пожарке. Прицел посмотри. Прицел смотрю. От пожарки правее. А, у тебя там мешает здание, короче. Я все понял. Я его вижу, Андрюх, отсюда. Ты че? Все, сейчас вижу. Ползет, падла. На углу он там, он сидит. Полез. Так. Сейчас я
Достану, как шмальну в тебя с обреза. Не долетит только. Гопник такой в каске бегает. Сейчас я закроюсь, чтобы вам не видно было. Че там хочешь? Непотребные действия совершить? Аптечка пустая. Наручники. Может маска... О, разгрузка. Нужна кому разгрузка, нет? Ну, разгрузка так-то всем нужна. Все без разгрузки. Забирай, раз нашел. Сколько она? Че, я хлопья скину, наверное? То у меня пачка риса. Ладно, ты за хлопья. Переживай, хавка-то есть. Ну, я понял. У меня хавки тоже полдо. Так, еще не помещается. Раз. В смысле не помещается? Так разгрузка на себя одевается. Так у меня есть разгрузка. Я же для вас. Понял. Короче, тоску ты скину еще. Ладно, забей, сейчас Леха зайдет и заберет ее. Положи ее просто. Я сейчас. Нет, я сейчас заберу ее. Леха еще не скоро зайдет. Думаешь, долго у него процесс будет длиться? Че, он много... Я, короче, сейчас в Тетрис играю. Двигаю, чтобы... Блин, они все равно не помещаются. Он много сегодня обед-то заказывал, Вань? А я не знаю. Вы не на работе вместе, не вместе были, что ли? Вместе были, так я же не смотрю, что он заказывал. Ну, мало ли, может, видел. Ну, нет, что-то как-то неудобно. О, стрелы. Две штуки. Ништяк. Скоро уже насобираю на Робин Гуда. Две стрелы потрачены. Блять, у вас, конечно, дикие мысли, сука, курицу дюкнуть. Мне кажется, даже самый заядлый брат. Так, ко мне зомби ко мне бежит. Так ты чё, Андрюк, знаешь, какая редкая курица эта грёбаная? Она не то что редкая, ее зомби убивают сразу. И она где-то может валяться. Я, короче, она респаунится. Я, короче, часов 6 потратил. Я бегал по этим населенным пунктам, прыгал с сервака на сервак. Я тоже пытался. Я не нашел эту курицу ебаную. Конченую. Зомби, прыгай уже в окно и все. Конченую. Что ты, Вань, там тусишь с ней? А? Да я промахиваюсь, она меня ранила еще. Подохни давай еще, Вань. Хоть бы что. Все. Че, подох что ли? Нет. Зомби подох. Сейчас перевяжусь. Из-за поворота выглянула желтая сорока. Схавать что ли эти? Блин, меня сейчас убьет тут кто-нибудь. Да сервак-то не полный, мы зашли, чтобы вас подождать. А, понял. Сколько ходу-то? 5 человек. То есть я два знаю, человека, что-то. Два человека, кроме нас троих тут еще. Так, ключики. У меня есть. Бендли тоже. Топор новый. Саусэм новый. Я говорю, сервак не лутованный вообще. Ну, в пожарке-то не так уж много лута, но есть. Палочка, выручалочка. Ку-ку. А что у нас друг Сережа молчит? Другу Сереже надоел. Да. Он говорит, хочу чего-то нового. А-а-а. Пошутил бы я на эту тему пошло, но не буду. Действительно не надо. Жестко бы пошутил. После фразы «хочу чего-то нового». Че, я, наверное, еще куда-нибудь сбегаю. Может, тут никого в городе-то и нет. Вань, сбегай вот ближе туда, к причалу. Там вот шиферный ангар, где морковный дом, дом с аркой, полицейский участок слева. Видали, да? Это за этим, за отелем этим, International. Сейчас я сбегаю, где я ходил Long Range, Мосинку. Может, я найду что-то. А, ну да, может там будет. Может, респанулась как раз. Бинтов нашел. Надо бинты кому-нибудь, нет? Да у нас их тут хоть жопа ешь. Так вот, такая же фигня, что-то как-то уж чересчур. Может, Блейз найду, возьму. Ну, кто-то еще подключился. Надо было что-то мне Блейз взять. Мне Леха говорил, типа, возьми Блейз. Тоже нормально. Кстати, его, наверное, тоже можно отпилить.
Нет. Мосину нет. Можно отпилить. Что такое Блейз? Мосину отпилить. Вертикалка двухзарядная. А. С патронами от Мосина. Да. Она хорошая такая, убойная, но она долго это релодится. Но я находил на нее этот. Как? Снэплоудер? Да. Да, да. А зомба бежит на кого-то? Пожарку? Не, у меня пожарки нет. Так. Ну я поэтому говорю. Так, 370. 357 это на чё? Это на этот, на магнум. На магнум? Да. Ладно, сейчас пожарку сгоняю. Ладно, аккуратно, там кто-то, говорю, зомба сагрилась конкретно на пожарку. Оп. Блять, я тоже что ли подбегу? Че, тоже внизу уже, что ли? Нет, я в смысле подбежал в Андрюхин угол пожарку палить тоже. Сколько тут? Метров, наверное, 400-500. Вы смотрите в окна. Сечем, че? Не, в окна чисто. Блин. На меня согрелась зомболька. Это, да, лягушатин скачущий? Да я уже двоих тут подрубил. Вот морковный дом сзади и свекольный, да, за пожаркой, они закрытые. Там никого, похоже, не было. Ваня, ты дом с балконами, с цехом смотрел, со станками? Нет. Глянь, там тоже всякая хуйня валяется обычно. В окнах-то нет наверху, да, никого? Нет. Ну, не видно, по крайней мере. Короче, я пожарку закрою, если что, увидишь, что она открыта. Давай. О, на меня бежит. Зомбарь, в смысле? Ага, вижу. Да. Такой, знаешь, у них это, у всех остеохондрозные, сколиоз, остеохондрозные, скрюченные такие. Кифоз, лордоз и поднос, блин. Да. Кифоз, кстати, очень даже может быть. Облака красивые. Да вообще тут природа красивая. Графика вообще нормальная, я так скажу. Да. Причем у меня комп не слабенький, он как бы на максималках-то не очень комфортно играет. Особенно. Да я ставлю. Если меня пишешь. Тоже не тянет нифига. Да. У меня Core i5 и 760. Так. В магазин ты не бегал, кстати. Мосина нашел. Кстати, Мосина. Сколько занимает слотов обрез? Мам, 4. Сейчас я попробую положить. Да Мосина нет тебе смысла брать. Если тебе нужна будет Мосина, мы ее тебе дюпнем просто и все. Полностью уже заряженную. У меня Лонгхорн есть. И как он, Лонгхорн? Он говно, он косой. Да? Опа, справа зомба согрелась в этот. Пожарку. Ничего не все пожарки. Остановилась. Она это, у нее пинг плохой просто. Ее с сервака кикнули. Так, крючок рыболовный. О, возьми, возьми. Нужен, да? Да, мне нужен. Причем на кухне лежит в раковине. Заебись. Я вот. Даже сначала не увидел его. Почему только с черной краской, с зеленой краской сделали бы там, не знаю, синюю там. Да красную. Сделают все, что ты переживаешь. Это не первоочередные у них задачи сейчас. Типа, знаешь, камуфло красить. Да из этого у них Кони Форест. Кстати, надо рацию будет попробовать. В оки-токи их две надо найти, чтобы пробовать. Ну, как бы вам надо найти, да и мне надо найти. Туда надо еще батарейку. Сейчас я Лёху добавлю. Без батарейки никак.
А, патроны-то Алло. Есть на мосине, нет? Алло. Патронов до жопы. Ладно. Просто я как-то в прошлый раз неудачно зашел или вышел и помер. Ну я читал, да. Читал ваши скрижали. Печальное. Ну потом зашел на сервак, залутал там быстренько все. Так, вы, надеюсь, меня не видите. А ты где? В области пожарки? В области где? Полицейского. Нихера себе. Рентген. А. В зомбарской пожарке? Да, я тоже увидел, я потом начал спрашивать. Я охуел, блядь, что тут выбежал, остановилось. Да. О, мачете. Так-то нужна, но я бы лучше нож взял. У меня нож есть. Новый. Кухонный. Ку-ку-ку. О, печка. Пустая. Лёх, ты где? Гружусь еще. Ну чё, все прошло удачно? Да. Я бы сказал, даже очень. Со свистом? Нет, все это. Как полагается. Основательно, да, как полагается, основательно очень. Классически. Вы что, на сервере 7.30? Ну да, типа, чтобы встретиться, чтобы тут не началось. Аналог карнавала. Понятно. Надо подключаться новый игрок. Лимбатрон какой-то. Так это Лёха. Это был сарказм. Это был хуймор. 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 Хуймор, да. Хьюмор. Хуймор. Чё, ребята, видите меня? Нихуя не видим, бля. Я тоже пока нихуя не вижу. Потому что не прогрузился еще. Вань, ты зайди вот в дом с этой саркой. Этот рыжий около полицейского. Там всегда лута дохуя. Да мне стрелы больше нужны. Сейчас я забегу, тут какой-то есть ангар. Там и стрелы бывают. На причале с синими дверями, это шифер. Сейчас туда зайду. Ну-ну-ну, я знаю. Смотрю. Что, видно оттуда? Ну, видно. Я вижу окна. Да тут везде лут, даже в этих. Ну, говорю, не залутано ничего. А, это ты зомбу пришил, да, здесь рядом? Ну, я там хожу, да. Буянишь. Я не жду, когда она ко мне подойдет и сразу. Тихо-тихо-тихо, тот повалясный лучик в диване сидел. Это я, бля. Блять. Чуть не пристрелила его. В следующий раз сразу стреляй. Я же сказал, я буду на Ваниной точке. Я нашел комплект. Нижнего белья? Нет, спортивный. Синие такие же штаны. Ебать ты, блядь. Сейчас как этот советский спортсмен будешь. Нет, у меня там карманов мало. А, вижу, тебя на втором этаже бегаешь. Там, наверное, зеровинг будет здоров. Метров 600. Ну, да, 600-700 даже, я бы сказал. Ну, 600, наверное, ты прав. Чей красный рюкзак? Андрюхи. Там хлопья лежат, разгрузка в этом. Нашел, нет? Или у тебя есть разгрузка? А что, Лёха, уже как? В пожарке, что ли? Он вроде в пожарке был, нет? Нет. Не, на твоё место. А, ты наверх поднялся, понял. Все. Я думал, просто в пожарке, если что, есть разгрузка. Престиновая. Что там, 8-слотовая, что ли? А где он? А вот он, я. Залазишь, что ли? Да как залазишь? Че, меня не видишь? Нет. Че вринчит такое? На Ванькином месте я. Где его убили тогда? Где он отдельно от нас был? Посмотри. А, все, вижу.
Прямо возле меня бренчит что-то, кто-то кубик идет под. А что у тебя? У тебя мосинка, что ли? Конечно. А что ты говоришь, дюкните? А, ты в пожарской форме, да? Да. Я имел в виду, что вы сдохнете и меня дюкните. А-а-а. Это был тоже хуймор. Так, слушай, все тогда надо перезаходить куда-нибудь. Нет? Так и давайте. Я вообще не против. Давай, Лёха. Только ищи, я где-нибудь засейвлюсь. Ищи сервак, короче. Я еще одни штанишки нашел, такие же. А нет, черные. Адик, две полоски. Че, выходить, что ли, тогда, да? Да, ищи это, нормальный сервак. Потому что тут вообще тишина. Видите меня? Нет, я полицейский. Я вышел, Вань. А, все, понял. Сейчас я в оружейку зайду тут. Сейчас я найду нычку, где мне спрятаться, может, тут. Потому что вдруг на этой точке кто-то будет. А здесь негде спрятаться, блин. Ну да, там позиция оказалась не особо офигенной. Нет, я хочу все равно на ней быть. Ну, как бы обзор все равно другой, но позиция не очень. Так нет таких позиций кемперских, и чтобы прям так, вообще все 9, было. 9 миллиметров это на что? Это на... Так, на что, на что? На МП5 подойдет. На ЦР. На ЦР. Нет, на 19-11 пистолет. И на ЦР тоже. И на П1. А, на ЦР тоже подходит? Нет, на ЦР эти, ФНХ-45 патроны идут. Вы чё? Нет, на ЦР подходит, парабеллум 9 миллиметров. Реально подходит на ЦР. Потому что короче, у меня какой-то пистолет 9-миллиметровый, про который вы говорите, но я не помню его название. Короче, вот я... Он у меня есть ЦР с керамической ручкой. Это 19-11. Ну, да. А на ЦР надо ФНХ-45. Нет, на ЦР 9 миллиметров, сейчас зарядил. Тогда 9 миллиметров мы потому что заряжали специально, искали тогда с Ваней. А, тогда у меня ФНХ-45. Я же магазин-то расстрелял тогда в этого. Но. Вот, я сейчас его зарядил. У меня еще 10 осталось. Так что у меня 2 магазина на пистолет. Че, выходить или как? Я вышел. Я тоже вышел. Ваня, ищи место, где засейвиться. Я сейчас как в багажнике он спрячется. Алёх, ты дождись, когда он выйдет, чтобы мы все сразу быстро четвером подцепились. Ну, я понял. Так, вы меня ждете, да? Да, я вышел. Я пока сервера выбираю. Блин, где? Куда мне деться-то? Ты прям сейчас в пожарке хочешь засейвиться, что ли? Не-не-не-не, я не в пожарке, а около больницы, около этой колонки. Короче, я тут в желтеньком доме, в котором обычно ни хрена ничего не бывает. Засейвлюсь под столом. Ну давай. О, рюкзак нашел. Леха, у тебя мосина черная, что ли? Угу. Ну, как у этого, как у Андрюхи. Андрюхи я смотрю. Она незаметная такая. Моя вроде в камуфляже, она наоборот за счет... Да, конечно, камуфляж белый, потому белый что... Белый смотрится, да. Белый и объемный. Ну все, что, давайте, заходите. Давай, Леха, командуй. Сейчас скажу. Ищу. Да, блядь, что такое-то сейчас? Лёх, ты все, хоть... все или переполнены, или пустые вообще. Ты хоть сиги-то попробовал, нет? Так я тебе говорил уже, что пробовал. Да? Чуть не помню. Угу. Захожу на какой-то. Давайте. Так. Флеш... Да, флешпоинт, open сервер. Так он уже 29:30. Ну, забитый. Да, мы с Андрюхой сегодня на него заходили уже. Мы на нем лежали, когда ты писать начал.
Он был полный, но в Черно не было никого вообще. Ну я вышел, сейчас другой буду искать. Просто они реально забиваются быстро, блин. Не мне вам объяснять. Ну да. Ну, блядь, ну вот, блядь, клан сервер. Окей, ты с ТТВС звонил. Что? Да я читаю, блядь. Жентльмен клаб какой-то. Захожу. Я, кто-то звуки. Прости. Я чахнул. Чахну маленько. Нет, за что-то шкрябает. Заходите. А, какой-то Виолент. Угу. Хайлут. Ну, у меня что-то это... Ожидание сервера висит почему-то. У меня тоже. А, вот пошла загрузка. Серег, ты ник так... Ой, Серег, тьфу ты, блин, все привык. Андрюх, ты ник-то так и не написал? Не-а. Бляха-муха, это хард. Блять, выходит. У меня сбросилось, я пустой. Нет, это хард. Нет, это хард. Бежим, номер... отсюда, парни, бежим. Че бежим? Или что, по харду будем хуярить? Да нет, там мы там голые, ты че? На харде как бы персонаж отдельно. Вот говно, а. Да, то есть это у тебя как бы два персонажа. Один на харде, другой на стандарте. 06.21, это темно еще будет или нет? Ну, темнеть будет. Нет, это утро. Не, мне кажется, светло уже будет. Светло будет, да, светать будет. Давай. Тогда пробую. Как раз все сонные. 25.30. Я вроде залетаю. Запускаю вроде как. Ну, я тоже захожу 50 секунд. Да, ну чтобы там не темно было, блин. Ну, так. Пас. Блять, тут звезды, товарищи. Звезды? Да, и нормально так. Ну сейчас, наверное, рассветет. Да. Утром холодно, кстати, у меня 19.11, я ЦП патроны. Ты зашел, что ли, уже? Я зашел, да. Рассветает там прям со стороны моря. Так ты хоть осмотрись там, может у тебя на колгазе лежит кто? Никто не лежит. Рано еще. Я самый первый на рыбалку приехал. Ну ладно. Раз так. Десять секунд. Чисто, чисто здесь. Тут как-нибудь есть режим ходьбы, чтобы его было не слышно, типа крадется. Ну, через shift. Два раза shift нажимаешь. А, ну медленно он просто идет, да. Мля, ну темно тут, тут пиздец. Угу. Ну нет, я уже стало. Чуть-чуточку. На моей крыше нет никого? Сейчас гляну. Блять, Андрюха, это ты? Да, ты, в, ты же в дутике был, да? Да. Блять. Я залез на свою крышу. Чисто. Вижу тебя. Да, пиздец, тут хоть глаз выколи, слушай. И народу дофига что? Да. Давайте начинаю охоточку. Ваня, будешь нашими глазами, чё? Угу. Ну или вы моими. Или мы, да, или мы твоими. Не, в принципе, видимость приемлемая. Андрюх, чё, пожарку посмотрел? Угу. Голяк, да? Да. Понятно. Я даже не знаю, заходить полицейский или нет. Смотри,
и сам чё. Кстати, быстро, вы... быстро светает вообще. Вы если что, меня оттуда не прикройте. Ну, я пожарку вот вижу, верхний этаж и получается левое крыло. Пожарку-то ладно, нет, я говорю полицейский. Ой, пожарка, говорю, полицейский, да. Ну ладно, сейчас сбегаю. Ну, давай, смотрю. Как два раза shift? Нифига. Блять, ну красиво, пиздец, конечно. Он как бы идти просто идет шагом, понимаешь? То есть либо бежит, либо идет. Ну так да, то приседе, есть... Так и в приседе, или быстро в приседе перебездвигается, либо... Либо прям... бег, либо ходьба, получается. Да. Совсем бесшумно невозможно. Но это работает, когда у тебя бег включен на двойное W. А если у тебя бег включен на Shift, то это не, нельзя сделать. А, ну да, наверное. Андрюх, чё как Клава? Нормально. В отличие от предыдущей? Да. Плюс ещё она и влагостойкая. О, ты не знаешь, какая у меня влагостойкая. Короче, Валентин, пока пожарку не пасуй, хавать хочет. Ладно, чё. Сейчас запитание. Короче, тут всё залутано. Ну чё, тогда это глаза в оба. Если чё, на крышу вылез. Вижу тебя. А я не вижу. В том смысле, а, всё, вижу колгас, я твой. А ты, слушай, а ты меня видишь на колгасе? Сейчас локхолм не стану. Я прям ногу улежу. Вот на ближнем углу к тебе. Сейчас. Вон, я тебя вижу, прям как ты целишься. Да блин, капец темно, ни хрена не видно. Ну что-то есть какое-то? Точка. Хотя, может, так, пятно. Пятно, да? На надписи. Ну, непонятно, короче, вообще. Короче, Ваня, аккуратно очень. Тут, походу, народ до хера. Кстати, светает уже быстро достаточно. Да, по-моему, ни хрена не светает. Не-не, было темнее легко, когда я зашел. Гораздо. Ну, хорошо, если так. Короче, я почесал больницу. Валентин. А. Слушай, на мосинку патроны идут 7.62.51. Да. А что за патроны 7.62.39? Это на СКС. И на ЦР. На они какого цвета? Зеленые? Зеленая коробка с медведем. Да, это да. СКС и калаш. Ну, это полезные патроны. У меня тоже они лежат на всякой. Если что, не карабас есть, если вдруг кому надо. Карабас, барабас. Капец, он топает жестко. Вань, ты в больничке, да? Ага. Бля, ну красиво. Вот лежишь, смотришь, звезды. Вся хуйня. А тут ПНВ есть? Что такое ПНВ? Ночное видение, прибор. Он будет, но сейчас его нет. Окошки есть? Будь здоров. Спасибо. Кошки? Да. А зачем тебе кошки? Ну, парни, помню, о чем речи. Кошек нет, блядь. Ёжики, сука, будут, блядь, в следующем патче, блядь. Ёжики тоже подойдут. Говорят, ежовый жир охуенен, блядь.
Я там внизу хожу около вас, нет, видите, да? Вижу. Я не вижу. Искал твою тушку, нашел. Вдоль забора. А, вижу. Я в уголочке лежу. Угу. Вот ты там, Андрюха, поглядывай, если что, потому что я тут лестницу свою не вижу, мало ли кто ко мне побежит. Я так понимаю, ты в эту сторону смотришь-то? Ну, и туда, и в пожарку. Может, ну, тоже общем, никого нету в этом. Иногда поглядывай. Если что, тебя сразу вообще, да? Зомби нет вообще. Вот я не есть, вижу. Есть, она под березой стоит. Ну, может, одна. Ну вот я зомби не вижу. Соответственно, тут вычищено все. Под березовик, да. Ай же, иди сюда. Иди сюда. Эй. Она не хочет агриться. Заруби ее. Все. А вспышки есть это оружие? Нет, интересно. Черт не знаю. По идее должны быть. Да, по-моему, есть. Так, вижу человека. Кто к пожарке? Пожарки бежит. Я. Все, добро. Добро. Ты в средние ворота вбежал? Да. Стороны закрыты. А у меня показывается, что левая открыта, а средняя закрыта. Вот сейчас ты открыл. Сейчас средняя закрыта. Я закрыл. Вот сейчас закрыл. Открыл дальнюю. Открыл, закрыл. Короче, глюк какой-то с дверями с этими. У всех по-разному они. Короче, у меня все закрыты. И показывает в меню открыт. Сейчас, да, сейчас все закрыто. Сейчас все закрыто, да. Ну я пооткрывал, позакрывал. Это здесь вообще тишина, да. Такое ощущение, что тут нет никого. Может, видимость просто херовая? Нет. То по улицам, вот как Ваня, точно никто не бегает. Мы бы увидели. То есть Ваня один бегает. Просто, может быть, кто-то придет или кто-то загрузится. То есть, ну, подождать. Но сервер больше, чем наполовину полный. Короче, я буду с пожарки палить. Ну, а так, под нами зомбата хорошо расположилась. Где? Ну, возле лестницы вообще. А, ну это с твоей линии. Да. Сидит на картах, гопарь. Семечки лузгают. Ко мне ползет. Сможет зайти, нет? Сможет. Зомби. Опа, кто стреляет? Блять, я что ли стреляю? Я не слышал. Да, я на тачпад нажал, да и нахуй в стенку стрельнул, блядь. Я с пистолетом гляжу просто. Вдруг у меня за спиной кто появится. Чтобы из пистика наказывать. Да, в прошлый раз промахнулся два раза из мосинки. А, то что раздирает, был другой. Да ну. Вообще как бы там же, ну, перезарядка же, то есть надо прицельно бить. А если ко мне кто-то забежит, я с пистика это быстро насую, не прицеливаясь. А мосинку всегда достать можно. Что-то как-то вроде бы светает чуть-чуть совсем. Угу. Не, по мне так вообще не светает. Не-не-не, посветлее стало чуть-чуть. Ну, небо стало другое. Мне было кажется, вообще черное, сейчас синее. Привыкли, блин. У меня такое уже голубоватое.
Вот, конечно. Он светлее становится. Голубая луна. Так. Никого. Что странно очень. А? Стрельба. Я тоже слышал. Блять, еще раз. Слышу. Со стороны электро, если я смотрю на колгас, короче, слева у меня получается. А я слышу с твоей стороны, Лёв. Ну вот между нами где-то, возможно, внизу. По кому стреляет, интересно. Ну если бы по вам, вы бы услышали, Гарри. Ну мы и слышим. Я очень близко слышал. Эрик, а что я слышал? А, даже так? Я не слышал, потому что... Ну я могу проверить, там снизу побег. Ну давай. Как бы мне. Они не с многоэтажек садят-то. Лёх, далеко бьют, очень. Бьют. С Мосинкой даже нихера не видно. Очень далеко. Кстати, я оттуда смотрел. Вроде нормально казалось. Эй, Валентин, можно? Можно, но не сейчас, согласись. Мы тут светимся, конкретно светимся. Если на 800 вообще нормально видно. Ну, похоже, по ощущениям стреляли по мне. Я отполз, стрельба прекратилась с этого угла. Ладно, короче, я выбежал из пожарки, бегу к вам. Вот ты где, вы, где бежишь? А, вижу тебя. Может, со стройки? Ну откуда-то, да, может с моих же где-то зданий, с этажей, хуй знает. Че, совсем так близко было, что? Но я... Но это кто он хавает? Слышен. То есть, если слышно, вот я слышал выстрелы. Андрюх, ты ешь? Нет. Блять, я слышал, как кто-то хавает. Ну осмотритесь. Я на лесенку поглядываю, на лесенке никого нет. Никого? Блять, я прям... бежит, к вам бегут. Кто? Люди. Где, где, где? Они меня, походу, спалили. В сторону, в мою сторону бегут. Двое снизу, вдоль забора. Вдоль забора и где? Тени. Со стороны надписи «Колгас» или где? Где Леха сидит? У этого здания вдоль забора идут. Два... Так, я вижу забор. Смотри в мою сторону, видишь меня? Вижу. Я на железке. Да-да-да, Ваня к тебе заходит справа. Блять. Мимо. Сука. Где, где? Я не вижу нихуя. Андрюх, смотри. А, вижу, вижу. Кто это у забора стоит? У забора я стою, со стороны железки. А они где? Я с правой стороны забора, они с левой. Не наблюдаю. Тебя вижу. Они ушли влево. У забора, у здания прямо. Вижу, вижу. Блять, у тебя там пиздец, рукопашка, да? По тебе кто-то стреляет, так, одного Ваня. Завалил. Это я стреляю. Это он стрелял, он одного завалил. Блять, Андрюха, это Ваня. Да вашу за ногу-то, блядь. Это Ваня это был. Я. У... Смотрите, с другой стороны. К нему чувак подбежал, нет, и Ваня, нет. Ваня его завалил. Я одного завалил. Да, еще. Я прям видел. Я думал, там уже все, уверен. Нет, Ваня выбежал, и Андрюха, ты по нему из мочинки шмальнул. Хорошо, что... Вон, увидишь, выглядывает из-за заборчика. Сейчас я перезаряжу этот. Ты его с обреза завалил, да? Я с этого завалил. С пистолета? С пистолета. Ну так хорошо ты его там, эффективненько ты его там выебал, бля. Я старался. Без вазелинчика, бля. Ну с обреза я тоже попал. Слушай, а то есть получается второй тоже где-то слева должен быть, за этим зданием? Он куда-то убежал в здание. Ах, он шлюха, бля. Сейчас он не вылезет, паскуда, вот что дело там. Вылезет по-любому, надо просто ждать и палить. Сейчас я посмотрю, что у них есть. Тебя, Ваня, вижу. Я только не понял, где труп. Ваня, вижу. Он в ту сторону. Вот он лежит, я прямо на трупе стою. Ага. А, то есть ты двоих положил? Нет, одного. Ты же одного у забора положил.
Ну, у них спички, всякая херня, короче. Вань, ничего. Ты одного же у забора. Нет, у забора зомби. Да, зомби. Зомби он забрал. Он зомби завалил. Короче, в этой будке нет, он куда-то убежал в эти здания. А вы оттуда их не видите, я да? не видел. Вот он, возможно, вот в этом здании, это же ангар многоэтажный, который вот, у которого ты стоишь. Но я внутри не вижу ничего там. Движения нет. А, большой такой, да? Да. Он двух- или трехъярусный. Но зомби как бы вот бежало, получается, издалека в твою сторону, которого ты убил. То есть там, он бы зомби чувака бы увидел. Значит, чувак в здании. Бля, Ваня, только не умирает. Да ладно. Умру, так умру, че. Ну, бля, начнется опять, блядь, поиски, блядь, ресы, блядь, и так далее. Может, мне повезет. Может, повезет, а может и нет, бля. Не, короче, ну а чё, он хоть выманивает, видишь. Короче, я тут все прошарил, никого нету. Но он, блядь, обосрался, блядь, на штанишки. Если как вариант, он залез на крышу. Штанишки и крыша. Крыш... согрелась. На крыше никого. Нам на меня, наверное, согрелась. Опа, это ты на крыше, Ваня? Ну я, да-да-да, это я. Блядь, ты говори, а то я бы тебя застрелил сейчас нахуй. Я просто думал, что я на другую сторону выйду, я... Так, зомби, куда она согрелась? Ты с кулаками бежишь, да? Нет, Ваня, да, да, я. Я с кулаками. Ваня. Чё? Это она... агрессия не на тебя. Зачем? Она как просто сейчас поднимается. Как ты определяешь, на него, не на него? Слишком далеко. Чё, неужели так может быть? Может. Оно упадет на крыше. Они, блядь, могут за километр сагриться, знаешь, и прибежать через 10 минут. А, ну... Она сюда пришла. Они, видишь, они очень далеко бегут, когда начинается стрельба. Они могут с берега прибежать там, еще откуда-то. Ну, я так подозреваю, что тот трухнул просто и релогнулся. Ну, возможно, да. Чтобы сохранить лут какой-то. Гляньте-ка на пожарку. Третий этаж. Сейчас. Кто-то в окне шевелится вроде. Блять, да. Есть, да, кто-то? По-моему, лежит хуй. Либо это зомба. Это зомба. Убитая, да. Похоже на. Ну я что-то вижу отсюда, непонятно что. На четвертом этаже наверху на самом. На нет, третьем. Нет, на третьем. Просто на четвертом этаже зомба раком. А, да, ну, там Лёха зомба. Вижу. Блин, у меня зомба тут ждет внизу. Пристрелить ее, что ли? Лёх, так ты... за топором что? Ты спустился, так, что ли, Лёх? Я... Нет, там лестница такая настенная. Я спущусь, потом она меня... Ну, она меня сразу-то не убьет, наверное. А кто, слушай, в пожарке зомбу убил? Вань, ты что? Я там убивал, да. Но на последнем, на самом верхнем. Ну вот, ее вижу, да. Так, в этом, в морковном доме горит этот химсвет красный. Угу. Прям который за свеколем. Ты что ли зажигал? Нет. Зомби, короче, вышла на лестницу и упала с нее и разбилась. Ну, блядь. А я ее боюсь. Бывают в жизни огорчения, хули. Может, ты до морковного сходишь, посмотришь, что там за, блядь, химсвет, хуен. До морковного? Может, это приманка, я как раз хожу туда. За пожаркой сразу свекольный, за свекольным морковный. То ли с пистолетом идти, так? Да хоть с чем иди. Кто-то, подождите, кто-то за забором есть, прям передо мной. Нет, никого нет. За каким забором? Ты ну, внизу бегаешь? От которого я бегу, да, я внизу бегаю. Там нет никого, я смотрю на него. Ладно, я пожарку иду, я пожарку закрывал себе. А, подожди, мне часть забора не видна. Где, которая где, где? За бочками, за вертикальными. Я смотрю свою сторону. Ну я тоже, Вань, смотрю, чтобы тебе никто в спину не зашел. Нет никого там. Смотрите, я пошел в этот. В зеленый, да, или какой там выбор? Морковный. Морковный. Это ты к свекольному подбегаешь? А, зеленый, да. Вот за зеленым стоит. Зеленый. За зеленым стоит морковный. Сзади. От пожарки, если смотреть. Так, что там, химсвет? Да, слева, в левом крыле. Во-во, ты сейчас забегаешь, слева будет.
меня нету. Чем света? Нет, красный горит. Красный горит, да. А, все, вижу. Нет. Чисто не там, вижу. Да? У меня нету. Не показывает, короче, чем свет. Может, у нас глюк. Стол светится как-то. Вот, может. Слева. Да. На него, видимо, свет падает, и он отражается, типа светится. Может. Я в зеленый. Ваня, ты в магазине-то был, нет? Нет. А, вижу тебя в зеленом на втором этаже. Ну, блин, это сыкотно. Блять, кто в дом забегает? Какой? Я магазин. Зеленый. В зеленый. А, это ты выбежал? Я выбежал в магазин. А, блядь, сука. Я думаю, только что на втором был, блядь. Смотрю, внизу мелькает кто-то. Вон, вижу, да. Я у магаза. Тут топор валяется. Ну давай, я же перешагиваю, я у тебя палки. Да быстрее будет так сбежать, да. А ты чё, Валентин, так прям на углу сидишь? Ну. Пофигу? Не пофигу, просто думал это. Важнее прикрыть, то все. Сейчас все лег. Так, в магазине тоже вообще. Андрюх, на тебя оставляю эту сторону, ухожу туда опять. Угу, давай. Может, там кого вижу. Че там, в пожарке-то нифига, да? Чисто. Пожарки, ну, да, нет никого. Ты там ворота все ведь закрыл, через заднюю ведь выходить. Да, и через заднюю тоже закрыт. Ну, все, че. Все, может, через заднюю рассвет начинается. Прям небо уже. Свекольно, что ли? Ну вот сейчас вижу, да, что рассвет. Я по цвету что-то не различаю их тут. Че, нет. Ребята, прицел вообще гуляет жестко. Ты на правую долго держишь, он. Он, да, он у тебя... Типа надышится и потом начинает. Приближай на плюсике. Ладно. Короче, я у завода бегаю, сейчас на улицу выйду. По улице иду. К танку. На колокольне-то на этой никого нету. Блять, ну, кто ест? Я. Бля, Андрюха, говори, блядь. На колокольне, если кто-то был, уже стреляли бы по колгазу. А что, на нее залезть можно, что ли? Ну, на эту, на колокольню он имеет в виду, которая вот со шпилем здания. А, в смысле, понятно. Давайте ее часовню будем называть. Я рассветный. Там вроде часы. Ну, давай так. Бля, ну красиво такой рассвет, блядь, облака. Как настоящий, блин. Ну да, похоже. Вот реалистичная графика. Тут с освещением как-то заебись все сделано. Ты, Вань, где хоть бегаешь сейчас? Так, я сейчас к разрушенному зданию иду. А, ну для меня та территория не... Отель Интернешнл, который что? Да. Сейчас к этой памятнику выйду. Т-34? Нет, он Т-34 уже прошел. Он к разрушенному зданию идет. Вижу. Около машины. В который самолет спиздячился. Ну тут, похоже, вот эти два дятла появились, короче. И, блядь. А где второй? Он ушел. С сервака. Ты че? Скорее всего, да. Ну, я бы так сделал на его. Ну, возможно, второй придет за своим трупом. Ну, что вряд ли, опять же. Я думаю, вряд ли. Он, блядь, понял, что там Ваня, блядь. Потом куча выстрелов, блядь, с Мосинки там Андрюха его напугал, блядь. Он меня пугал. Да, на тебя тоже он там напугал, короче. Я думаю, что там у него стали коричневые штаны, блядь. И он, блядь, вышел. Руиновые, блядь. Потрачено, блядь, хули. Штаны руины. Штаны потрачено, блядь. Штаны потрачено. Тут же сменку хопа и все. Так, Андрюх, у меня на здание поглядываешь? Да, чисто. Как будто бы просто слышал, что перезарядку какую-то. Показалось, значит. Так, видите здание с лесами? Бля, народу прибавилось, пиздец. Видите, нет? Народу, да, сервак почти битком.
Стреляю. С какими лесами? Где? Ну вот я стою около них. За заборчиком стою у дерева. Относительно отеля где? Ближе к вам. Прямо перед отелем почти. Чуть правее. Относительно чуть кого? Правее, чуть правее, ближе к вам. Тебя или нас? В смысле правее? Ну я смотрю в сторону. Ну знаю. правее тебя или правее нас? Так он говорит, если смотрите на отель, то правее вас. А, ну вот. Относительно вот нас правее. Вот я на дорогу вышел. Вот. Блядь. Если что, я к вам иду. Не наблюдаю. Вижу. Круг сделаю обратно по жарку. Вижу. Там, где ты зомбу это завалил, который не хотел тебя замечать. Угу. Под березой. Да. Внизу. Яна. А, вот под березой увидел я тебя, Ваня. Да, это я. Чем? Фонарик надо было, но обрез-то прицепить. В принципе, что сложного, взял липкую ленту, фонарик намокнул и все. Ну и да. Ну по идее, да. Усложняет что-то все. Ну хули это игра, это условности, блин. Лет через 20, может, будут такие игры, блин. А сейчас ты че? Кто пожар сошел? Так это Ваня. Я помню, мы раньше играли, блядь, там вообще, блядь, все в клетку было, блядь. Буквально лет сколько назад. Ну, 1.6 еще стоит. Я наверх поднимаюсь. Так, да, тут зомби лежит. Ладно, посмотрю пока по окошечкам. Присяду только. Надеюсь, меня тут не снимут, не щелкнут. Я чувствую, когда рассветет, тут народу будет просто зашкаливать. Ну, народ на самом деле не заходит, потому что время такое еще было. Да, мы сейчас посидим, народ зайдет. Потому что комфортное время часов 11 утра, и вот это сейчас время идет. Сейчас ведь никак не посмотреть, какое время на сервере. Я не знаю, как посмотреть. Ну вот, то есть народ в 6 утра не заходит, потому что реально хуево видно. Ну вот, два долбодятела зашли. Десинхрон будет очень высокий, да, если кто-то подходит. Ну, я такое слышал, поэтому, возможно, да. Это что такое, объясните? Это ну, на P, если вот нажать. P нажимаешь, да. И на себя. Если у тебя будет там 100 тысяч, значит, типа, я рядом кто-то есть. Но я не знаю, насколько это правда, я просто видел. В одном из видосов, да. О, уже конкретно расцветает, смотри, прям это. Все, резко так посветлело, блядь. Цвета прям за это. Сходу так. Прикольно, кстати. Я первый раз так это встречаю, так сказать. Блин, мне бы так-то это. Зря я чаек-то пил. Че сейчас делать-то? В смысле? Чай просится наружу. Зайди в какой-нибудь дом, да сходи. Пожарку? Да. На крышу, блядь. Интернет отпусти в туалет. Офигеть, как стало светло. Вообще. Даже не жарко стало. Классно вообще. Даже непривычно. Ну такое, знаешь, как-то ведь умудрились передать именно утро. Видно, что утро, да? Не, ну как бы светло, но утро. Да, да. По освещению. Человек. Где? Я из пожарки чешу. А, все, это Ваня, значит. Блядь. Сейчас под кустом тут. Ваня, блин. Блин, под кустом-то ладно, меня зомби потом с агрессией какая-нибудь загрызет. Залезь вот в это здание на крышу, где ты был. И вот в этой будке. Да, и в этой будке внутри там останься, я хоть тебя видеть буду. Блядь, стрельба! Стреляли со стороны пятиэтажек. Да, откуда-то оттуда слева был. Ваня, не по тебе стреляли? Или по вам уже? Знаю, я не слышал. Нет, вообще не по мне точно. Ну от меня далеко было. Ну короче, к нам на крышу не прилетело. Понятно. Знаете, куда я залезу? Я просто на перила залезу сейчас на эти, которые по кругу идут. Что-то я уже до пятиэтажек добежал. Во, вы меня тут видеть будете, да ведь?
Я не понимаю, где ты. Ну, видишь, эти трубы идут. На них лестница есть. Какие трубы? Короче, от тебя справа. Правее смотри. Дальше. Если куда смотреть-то? Так, если в сторону пожарки, правее. А, ну, три трубы, да. А, все, понял. Ты меня не видишь. Ты подо мной, что ли, да? Нет. Блядь, слушайте, я выстрелил. За зданием, выстрел лосинка была ведь, да? Да. Все, я тут лежу, короче, меня тут не идут. Ну все, давай. Я только не понял просто, где ты, поэтому, если что, прикрыть не смогу, блядь. Ну а по ощущениям, вот именно с многоэтажек стреляли. Ну да. По звуку. По зомби, похоже. Может, просто какие-то бегунки. О, я живой. Все нормально. Так, что-то у меня многоэтажки. Андрюх, у тебя нормально многоэтажки прорисовываются? Они у меня мигают все время. Мигают. Самые дальние? Все у меня мигают. Вот эти высотные. Угу. Вот их мерцают. Да-да. Как будто дальность прорисовки на грани. Возможно, так и есть. Я бегу около поезда. Угу. Так, я вижу, где поезд, но не вижу тебя пока. Вот в сторону поезда смотрю. Сейчас к поезду подойду. Видишь? А, вот да-да-да. Ты под крышей, под крышей? Походу. Нет, я вдоль забора иду. Так. Походу, это не человек был второй, а зомби. Возможно, потому что я тоже не видел этого человека. Я видел зомби и одного чувака, я тебе еще говорил, он к тебе бежит. Ну да, я тоже подумал, что это он человека второго убил. Который он был, короче, в черном пальто и черной шляпе. Боярский такой. Все. Каналия! Кстати, это вроде была баба какая-то, скин-то. Да, скин бабский. Завалил я каналию. В каналию. Так. Что там, пожарка, магазин? Да все, тихо. Да, у меня тоже все чисто. Как-то странно даже. Блять, а скажите мне, какой смысл очков, если что в них, что без них прицелиться одинаково? Блять, кто стреляет? Я убит. Так. Стреляли. Похоже, откуда здесь. Откуда-то снизу, откуда? Вроде бы. Сейчас я проверю. Релогер. О. Релогер. У тебя, что ли? Релогер где? Блядь, стреляют. Я не слышу. Один раз слышал, все, сейчас не слышу. Скрест. Я убил его, Андрюх. О, где он? Он сзади тебя релогнулся. Нихуя. Прям наверху, что ли? Прям сзади него, в метре. Говно, блядь. Почему не слышно-то? Я перезахожу тогда? Конечно, перезаходи. Да, конечно, перезаходи. Давно уже. Сейчас я все поскидаю с вас обоих.
Да, потому что не лутабельный уже, и у нее ничего не было. Блин, звук бы доработали, звук вообще очень важная часть. Да, очень так это, знаешь, от сервака сильно зависит. Колокола бьют, слышали, да? У меня уже били. Он, короче, тебя лутал, Андрюх. Мосинку с тебя снял. Говнарь, блин. А с чего он убил ты его? Он сзади, тоже, он сзади тоже него. Тоже с мосинки, по-моему. Ну или с чего-то убойного, я слышал, да его убрать. Да, звук был хороший, потому что не мелкий. Так, у него прицел на СКС. Ох, нихуя себе, у него, блядь, МП-5. Вот, ништяк. Пистолет с фонарем, блядь. МП-5, конечно, хорошо, но патроны жрет, наверное, вообще. Каска у него со стеклом, блядь. Нет, да, у него своя мосинка была. Я же говорю. Шлюха, блядь, релогная, блядь. Сейчас я скажу, где я. Все, я все поскидал. Я очень жестко полюсь в пожарке, нет? А где ты там? Ну, значит, не очень. Солнечный далеко нет. Солнечный, ну блин, далековато. Сейчас сдохну тоже. Я на 4-м этаже. Пожарки. Я, короче, его с этого, с FNX, этот, 1911, я его, блядь, расстрелял сзади. Я думал, что СКС бьет, короче. Нет, я его из-за испугался, этого... думал, тебя еще с СКС валят, что ли? А я не слышал. Один выстрел слышал, когда Андрея убили, все, там не слышал. Видимо, пистолет не слышен так далеко. Угу. У него, кстати, CR-75 есть. Ну поскидывай, что у него интересно будет, а он скорее всего придет сейчас. Я все скинул, Лех. Потому что я думаю, что он захочет свой лут обратно. Ну, пусть идет, что. На, просто мне на лесенку посматривать теперь будет. Парни, уши берегите. Че такое? Воу-воу. Андрей, ты бы выключал микрофон просто на iPad, кнопку тыкал, все. А, точно. Вижу кепку. Все. Где? Где? Короче, больничка слева, Лех. А я не вижу тебя. Слева? Как к стройке бежать. В красном плащевке бежит. Мне не видно. О, сейчас я его грохну. Надеюсь, он не найдет оружие. Я еще никого не убил с дробовика все зомба, время. Зомба на него сагрилась. Ваня, ты спустился? Он, короче, у больнички, а в ангарах, в красном дождевике. Понял. В бейсболке, ствол за спиной висит. Даже так? В желтых тапках. Бежит к дому с арками. То есть он подожди, уходит? Он сейчас у полицейского. Ваня, он у полицейского. Понял. Но я через вас побегу все равно. Просто я его могу потерять в домах. Блять, это что такое? Да это у меня стиралка. Короче, он... Ваня, ой, Валентин, к тебе лезет чувачок. Да ладно. Я опять исполнично. Я его помучу. Давай, снимай. Короче, он пока в полицейском, Вань. Я слышал, как он крикнул. Давай, летит, нет. Кровь бежит у него. Он залутанный? Нет, кепка. Мертв. Походу тот придурок. Внизу еще один, что ли? Или да? Зомби это? Бля, Лех, поли мне жопу, пожалуйста, блядь. Ну я. Ну он, кстати, залез уже до предпоследнего этажа. Блять, да. На крыше полицейского этот бегает в красном дождевике от зомби. Сейчас я посмотрю, что у вас тут. Ваня, это ты внизу бегаешь? Да. Сейчас я побегу. Побеги, там зомби, по-моему, стоит.
И то ли труп, то ли штуки. А, это зомби, все. Они тебя не тронут, по-моему, они заглючили там. Ладно. Он спустился из полицейского вниз. Окей. Так у него ствол есть, но он без ствола бегает, да? У него ствол за спиной, но он его не достает. Как, какой-то винтарь. Похоже на какой-то Блейз или на Спортер, что-то такое. Но не Мосина. Так, полицейский. Парни, кому интересно, на серваке время 5 минут 8. А, ну вот, считай. Нормально. Короче, давайте, прикрывайте меня, я чешу к нему. Давай, смотрю. За ним зомби бегал, он по нему по крыше бегал, спустился. Пока не видел движения. Я хоть туда бегу, то нет. Вроде же там полицейский. Я тебя пока не вижу. А ты где бежишь? У здания с граффити. Блять. А, вижу тебя. В сторону полицейского. Так. Пистолет, что ли, достать? Доставай же что-нибудь. Вон, ты зеленым ветер рюкзаком? Да, это ты. Да, это ты, это так. Он вышел, нет, из полицейского? Я не видел. Он, может быть, и вышел, но... Может, и не вышел. Сейчас я послушаю. Он в ярко-красном этом дождевике. Сейчас посмотрю, что. Лёг, в жопу смотришь? Да. Ну, лестницу смотрю. Ну чё, Вань? Зомба на меня согрелась. Ну вот это та зомба, которая там. Это ты на крыше? Да. Значит, он свалил. Его я не вижу. Либо релогнулся, либо убежал. Мне надо дробовик с глушком. Так не бывает. В батле бывает. Дробовик с глушаком, это же. Хотя нет, в батле нет глушика, в Call of Duty есть. В батле там есть для этого получок. Короче, для улучшения кучности. Получок. Вот на эту, по-моему. Да. Андрюх, ты где? Я не знаю, в каком-то городе. Сейчас что найду, и указатель, может, что пойму. Вань, ты в полицейском, да? Нет, вышел. В доме, через дорогу. Справа. Справа. В угловом, что ли? Да. Эпичный такой какой-то. Каменный. Так, от пожарки убегает человек. Блин. Блядь, я в Березино. От пожарки убегает человек, и бежит он на то место, где Ваня убил чуваков. То есть к тебе получается. Да. На тебя бежит. Че, мне сейчас туда бежать? С рюкзаком. А нет, с огнетушителем на спине. Да блин. Я пока не вижу. Он вот забежал прям за это здание. У кого крик был? Смотрите, отель. Не знаю, у Андрюхи, наверное. Туда куда-то пробежал этот в рыжем. Че там, парни? Крик был, как будто кого-то ноги сломали. Зомба мне ноги ломал. Блять. Смотрите, отель разрушенный. Или что там? Я смотрю. Или выключи. Там... А, ты. Вижу, ты бежишь. Ну, вижу. Вот. А с другой стороны, справа, там кто-то пришел вроде. Алло. Красным. Смотрю. Ну вот это он, наверное. Или я шторки видел в соседнем здании. Ну что-то промелькнуло. Так, что у нас с зероингом? 400 пусть будет. Нет, 500. Человек этот на крышу залез. На какую? Ну вот на которой Ваня бегал. Ну вот где он чувака убил. Этот человек залез и смотрит, просто в дверь выглядывая такой, сидит. А, вижу его, ага. Видишь? Да. Думаю, стрелять, не стрелять, блядь. Ты стреляешь, что ли? Да. Че, убили? Нет. Если он бежит, я его встречу.
Что такое? Хуй знает. Я что-то, по-моему, в стенку выстрелил, слышал. Свое. Короче, я подхожу уже туда. Ну, как будто я спалился, и кто-то по мне лупить начал. Такое ощущение. Слышите, да? Я бегу в ту сторону уже. Давай. Давай. Я смотрю, он вроде никуда не выбегал, он так и в этом здании. Он спускается, наверное. Нету наверху, так и на чердаке. Да-да-да. Сейчас попробую ему в сандали, что ли. Вставать неохота, спалюсь я перед ним, ко мне полезет еще, блядь. Не, я вижу его, он спрятался. Так, а я немножко забыл, что за здание-то. Он Вот-вот-вот-вот-вот, на него смотришь прямо, ты за забором это? Здания. Нет, за спиной за твоей. Он пытается выкупить, вот Леха. Это да. Леха, он пытается выкупить, откуда мы стреляем. Ну да, похоже на то. Он, короче, Вань на чердаке был. Прям вот там в бомбочке. Он меня не услышал там? Ну, не знаю, непонятно. Но у него вроде бы оружия не было. Не-не, он кепочник. Это, кстати, тот красный пидор. Да? Да. Парни, Нижняя далеко? Нижняя, блядь. С нижнего тебе бежать до электро, а оттуда в черно. Он в этом верху, да, так и сидит? Да, он сидит. Он сидит прям за... Я не вижу. Он сидит со стенкой прям справа. А, вижу. Да, ку-ку. Сидит. Че, убил ты его? Нет, он хей мэн. О, слышу выстрел. Я не слышу. Все, трупак выкатился. Ты его ебнул, да? Да, причем... Ты снизу стрелял, там, знаешь, такой на крыше дымок такой, от дроби, блядь. Он хей мэн. Бах, все. Нет, тут... Он правильно, шучка. Разговор короткий должен быть. Короче, не имеет пульса, все. Почему? Помер, Валентин, ты где? Я там же. За колгазом, за будкой, да ты? Ну, я с твоей стороны. Да-да-да, вижу, все. Так, как из дробовика достать патроны? Пиздец. Эджект. Правая кнопка. Я только могу правой кнопкой щелкнуть, да? Пишет этот. Че? Посмотрите, все. Тут в нижнем движуха, блядь. Ну там, видимо, респ. Я сейчас убегаю. Блять, стрельба! Вижу два чувака, три чувака. Где? Ваня, получается, если я на твой дом смотрю, туда дальше убегают по дороге в болото, блять. Блин, я не могу, короче, это перезарядить его. Или либо выстрелить. Вижу. Стреляйте, я не догоню их. Короче, убегает дальше в лес, что ли? Сука, меня попали. Блять, меня хлопнули топором. Леха, да ладно. Ты не смотрел? Нет, так я если на чуваков смотрел, блядь. Посмотри, давай, сними. Стреляй, то. Меня топором ёбнули сзади. Пиздец. Куда, говорите, в поля убежали? Короче, я сейчас выстрелю, разрежу дробовик. В болото они бежали. Да там один чувак в болото бежал. Вань, надо что-то делать с колгазом, там Валентина раздели, бля. Вам с колгазом надо что-то решать. Не, ну я могу залезть. Сейчас. Ну я мне не видно просто ничего. Короче, там вообще. Он резнулся, похоже. Ну, скорее всего, там все так делают. Че, я разряжаю тогда дробовик, блин? Он только услышит меня. Да похуй. Давай я с этой стороны хлопну, он сюда выползет, ты его убьешь. Ну, можно попробовать, но просто я пока его не вижу. Потом с Акинфы, потом уехал, с остановками. Блять, может это, конечно, выстрел был? Я на корточках сидел, но по звуку... Я слышал выстрел. По звуку было как топором. Сейчас я зомбаков рубану тут внизу. Так, я похоже в солнечный. Суки меня лутают, блядь. Тебя убили, что ли? Да подстрелили, короче, сейчас лежу, кровью стекаю. У меня сам поменял на пистолет. Турки, то ли хуюрки. Лёх, что, не видно никого на крыше, никто мой нет, не лутает? Нет, движений нет. Ну, либо лежит, но я не вижу. Я в камышовое. Так, подожди, камышовое это... Это до электро... Это до электро рукой подать, и там уже всё, через короче, электро. Всё, короче, я бегу.
Блин, сейчас я пока лезу, меня снимут на лестнице. А ты полез или нет? Да-да, лезу по лестнице. Так Лёха тебя прикроет. Первый полет, пролет. Сейчас бы вертолет. Мудак, убей меня уже, заебал, блин. А ты ему через капслок скажи, Андрюх. А у меня нет гарнитуры же. А, блин. Купи дешевый микрофон. Хочешь, я тебе свой дам, у меня есть микрофон лишний. А слушай, телефон и гарнитуру... А, не пойдет, да? У меня на подставке есть микрофон валяется. Отдать тебе? Серега покупался... Что-то... Лёх, помнишь 150, микрофон что-то? Такой на проводе? Помню, помню. Пока за Ваней смотрю, не это, не отвлекаюсь. Почему? Вань, там нет никого. Эти два уёбка вдруг меня мельтешат, блядь. Сперва подлечили, сейчас закрывали, и что-то у меня пытаются выслушать, блядь. А мне их послать нахуй нечего. Ну они сейчас тебя мучить будут. Я никого не вижу, короче. Блядь, как сдохнут, сука. А ты залез, Вань? Да-да, залез. Скинь с меня ложись шмот. Скорее, ложись скорее, Ваня. Скидывай с них шмот. Сейчас я посмотрю, где он сидит. Нету его тут. Значит, сняли так. Сняли так. Попробуй ляг с Валентина, скинь лут и сам уходи оттуда, потому что снимают, падла, бля. Парни, как писать? Так, писать около буквы Ю, черточка правая, где запятая, точка, вопрос. Ну все, че? Скинул? Да. Я думаю, что Ваня... С языком самодельным. Но это который убил Андрюху самодельным. Понял. Че, я слажу обратно? Мне кажется, да, уходи. Слазь, пусть Лёха прикрывает. Да ты, суки, верните. Я буду лесенку смотреть, но если уж релогер, так он убьет и заберет, так что нахуй. Нет, если бы релогер, ты бы его увидел. Нет, я говорю, если там появится релогер, то я ничего не сделаю. А если будут туда лезть, то я убью. Видишь, меня убили. Если появится, он пока грузится, ты можешь его убить. Он как раз будет в ту сторону. Но ты опять. Я не могу туда бесконечно смотреть. Да, я не могу туда бесконечно смотреть. Откуда могли снять с такой высокой точки? Хрен его знает, ты мог высунуться просто. Но видишь, меня сняли просто когда я выстрелил по тому мудаку, который убегал. То есть я... Вот ты считай на колено, в любом случае присел. Да, так. Я спалился выстрелом своим, получается. Не, я думаю, что тебя уже высматривали. Так, зомби, слышу. Спускайся. Внизу бегает кто-то, блядь. Зомби бегает, слышу. Не понимаю. Спускайся, я что прикрою, блядь. Зомбака слышу, но он где-то за зданием. Вот ты как спустился, вот справа за будочку зайди вот сюда. Да-да-да-да. Там это, как будто бы кто-то был, блядь. Так вот тоже как-то вроде зомби, но оно ходит туда-сюда. Ну они есть там ебанутые зомби. У меня просто там видел, как бы, какое-то мерцание, как будто бы кто-то пробежал. Никого нету. Ну ладно, значит показалось, что. Сейчас как-то. И слава богу, что никого нету, блядь. А? Да фиг знает. Что говорить, да. Пострелять уже охота. Не, пострелять охота, я боялся, что тебе в спину пальнут. Внизу ты бегаешь подо мной, да? Ну я ухожу в сторону пожарки. Да, 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 вижу. Нет. Он не говорят, как через этот работу, через карс. Андрюх, что там, как у тебя дела? Да наконец-то, я в чате написал, что меня убили, так добили, сука. Катя, ты ёбнулась, что ли, блин? Так, я в электро. Ну, давай спринтую, чё. Газуй, чё. Будем надеяться, что тут останется, и ты успеешь. У меня жажда уже. А есть что попить? Есть. Тут колонки две. Нет, у меня просто есть что попить. Ну, если ко мне придешь. Так, ты кидай просто вниз все. Так, ну. Короче, я пью. У меня три банки есть. Я их пью сейчас. Давай. Три банки рассола. Пачка риса целая. Кстати, мы, Лёха, так и не попробовали риса сварить.
Так у меня тогда был весь набор, и меня хлопнули ведь. Да-да-да. Я все потерял, то есть надо сейчас по новой собрать. Ты, Ваню, забора просто стоишь, пьешь, что ли? Да. Нифига ты. Спрятался на самом открытом месте. Ну как спрятался, так. Притулился. Так, я вот не помню, закрывал я пожарку или нет. Но дверь открыта. Ты закрывал вроде бы. Нет, так я еще раз забежал чувак, оттуда бежал чувак, которого ты хлопнул. Я понял, но я сейчас все равно наверх пойду. А там-то все-таки не три чувака убегало, а один, и за ним зомби бежали. Да-да-да. Он с большим, он с большим рюкзаком такой был. Да. Я просто сначала без прицела смотрел. Блять, мне интересно, кто же меня хлопнул? И с этой стороны как раз. Против лома нет приема, если нет другого лома. Че? Такой же кемпер, ну, такой какой-то. Такой же кемпер, да. Ну откуда? Наверное, со стройки. А нет, со стройки там не доставал. Мне кажется, из леса откуда-то. Там же так, гора. Возможно, с горы. И вот там есть домики. Они не так уж и далеко. Вообще с леса там много высоких точек. Так, Ваня. Что? То ли показалось мне, то ли за зеленым домом, который получается от меня на противоположной стороне через пожарку, там было движение какое-то, блядь. То есть к тебе с заднего двора с пожарки может кто-то войти. Ну, это пока предположение. Я там дверь закрывал. Так, есть магазин. В магазине ходит. Есть, да? Да, в магазине ходит. Я там магазин вижу, но совершенно... Вот этот самый в рыжей куртке. Сейчас я схожу к ним. Блять, а кого мы тогда там убили в рыжий? Или ты убил? Там не в рыжий, там в белый был, просто кепка. Там в белый, просто он с огнетушителем был, да. А, поэтому красный цвет. В магазине бегает, видел? Красный куртка. Опа, чувачок какой-то. Хочет подняться на полез, кепка полез на колгас. Бля, снимай, чё. Походу получит он пизды сейчас. Ну, я буду очень рад. Сейчас в пролете будет, когда я его хлопну. Прицелься так хорошо в жбан ему, бля. О, Ваня, ты там с дробышом? Mm-hmm. Да? Да, я его ранил. Леха, добивай. Козла. Он без сознания лежит. Добейте контролем-то. На лестнице лежит, что ли? Все, мальчик упал. Споткнулся? Ага. Ну, может, очнется, кстати. А нет, топорик-то повис. Там уже два человека на пролетах с топорами висят. Меня вот я. У него спортер, вакитоки, нож, мачете, топор. А ты вакитоки же вроде две собрал. Я не брал вакитоки. Короче, я мачете скину, нож возьму. Мне кажется, скоро за мной придут, блядь. Да нет, они не понимают. У него фиолетовый рюкзак. Я боюсь, если с колгаза вот зайдет какой-то стрелок на колгаз, то меня сверху. Лёх, я сейчас уже прибегу. Положат. Вот этого я боюсь, бля. Ты главное периодически свою жопу проверяй. Да бля, я кручусь вообще бесперестанно. Ваня, ты там буянишь? Да. Разрядил дробовик. Короче, я того вальнул. Отлично. Я его раз попал, он упал. Без сознания, видимо, был. И все. Еще раз контрольный в жопу. Ну это может быть тот хуйлан, который Андрюху пристрелил. Ну, у него спортер был только. Спортер, патроны на спортер. Нож обычный кухонный, мачете. Топор обычный деревянный такой и пожарный. Он еще все так лесенкой разложил в рюкзаке. Короче, какой-то этот перфекционист. Угу. Мудукционист, блин. Андрюха такой. Ну все, короче, я уже сегодня двоих убил. Вот это интересно. Ну, кстати, я хочу отметить вот эта тема, которую Ваня придумал, что сидят на жердочках, он бегает, как бы вообще классная. Ну да. Саппорт такой своеобразный. И получает. То, что все-таки разделились мы, а не в одном месте да, сидим. Да, да. Да, и обзор больше. Если что, то можно как бы отвлечь.
Да, допустим, то есть по вам начали палить. Друг друга видим, ориентируем, прикрываем, там, да. Пошуметь сходить хотя бы. Так. Я пока никого не вижу. Вот надо так побольше играть, это как бы сложится нормально, это. У каждого свои роли будут и так далее. Не, ну дробовик как бы прикольная штука. Он там метра два пробежал еще и все, хлопнулся. Дробовик, причем, да, тема. Дробовик, причем на приличное расстояние валит. И его причем не спасло то, что он бегал с стороны в сторону, разлет-то большой. Ну да, там накрывает. Все равно накрыло. Я еще сохранил это все. Вань, да. Ты где сейчас? Посмотрю потом. Я в пожарке на четвертом этаже. Угу. Мне понравилось, как ты того пидора пришил на этом, на крыше-то, который... От меня шкерился. А кто знает. Он выглядывал, короче, я ему сказал, типа, это, ну, в чате тут, ку-ку. Он давай выглянул, что-то хай, мэн, все, получил сразу. Ты на видосе потом посмотришь, там, знаешь, такой в потолке, такой, бум, пиздюль, дроби, блядь, короче. И такие, а ноги, же... и такие ноги, брык, блядь, в проем. Он же вроде присел, я, короче, выстрелил, и хоп, огнетушитель такой выкатывается. Я думал, это он огнетушитель там, с огнетушителем вылазит, оказывается, все. И потом ноги полезли. Да-да, ноги такие прям выкатились. Так, никого пока. Нет. Че ты, Валентин, далеко? Пробежал электро-то? Побегал. Электро пробежал, к черно пробежать. Ух ты, нифига себе, давай. У тебя там в твоих-то вещах есть что поесть вообще? Да, валом. Ну ладно. Не главное добежать. Очки там. Все-все. Там капец лута наверху, просто гора. Ну, с трех залутанных людей. Еще два по этажам, блядь. Ну там-то фигня, я проходил. Заебись, ты их покарал там, да. Ну синенькие-то сейчас будут еще лутаться, мне кажется, какое-то время. Я пока никого не вижу. Я за жопу свою трясусь, что-то я все. Но я тоже, если что, буду смотреть, тут сбоку надо подниматься по лестнице, я немножко посмотрю. А, ты увидишь, да, если что? Ну, то если хорошо. Будет по стене подниматься, там увижу, а если там внутри, то вряд ли. А там же через пролеты, то по стене, то там, то есть там надо полюбаться. Да, да, да. Ну, короче, ну... Слушай, Ваня, я в технопоинте посмотрел защитные стекла, что-то нет нихуя на iPhone. А я в этом в DNS покупал. А, в DNS? Там было на iPhone. Через интернет или просто зашел? Я через интернет смотрел, но покупал так. Приходил. Просто им показал код, они мне нашли. Да там в DNS вообще продавцы какие-то неадекватные. Накуренные. Не, им просто как будто вообще ничего не хотят продать. Ну им похуй. Они, видимо, не заинтересованы. Видимо, да. Хотя вроде все продажники обычно на процентах. Да, видимо, система такая. Блять, я в Новодмитровске. Ебать, колотить. Полегче, Андрей Анатольевич. Это вообще не так. Андрей Анатольевич, хорошей хуйней заниматься. Давай же в черной рейсе, блядь. Все, все, сейчас, сейчас, сейчас. Зомби сделаю свое дело. Блин, я никого не вижу. Нам же продолжать надо. Нету никого, Вань, тоже смотрю по всем сторонам причем. Побегать что ли? Нам не, давай посидим подняться. Сейчас, сейчас Валентин уже придет. Ну, хотя, смотри сам. Давай я не, на посидите, я уже забегаю в, этот, в черно. А, ну понял, ладно. Стом поднимется, мы хотя бы на точках будем сидеть. Да, хотя бы жопу прикройте. Или точка-то или, точка, или, я или простреливаюсь со всех четырех сторон. Кто стреляет. Ой, блядь. Блять, слушай, я прикидываю, сколько изменится в геймплее, когда добавят транспорт. Прогиньте, сидим, вау, грузовик подлетает, да, да, с, него, да, да, с него 12 человек загружается и как начинают зачищать город Эльбе. Пиздец, это просто... А мы там четвером банку тушенки греем на костре, блядь. Да-да-да, они этим Уралом переезжают просто нас. Последний, выжив... Последний выживший держится за тушенку, блядь. Просто, нет. Понимаешь, когда транспорт добавят, тогда не будет такой привязанности к городам, как сейчас. Ну да. То есть народ уже... Ну, опять же, не так просто будет тачку найти, я так понимаю. Ну, тем не менее. Парни, я... Мы появился.
И? В Новодмитровске. Блять. Ты очень этот, как сказать-то, стабилен. Он троллит нас просто. Стабилен на пиздец, я просто покажу, что... Короче, я к крану подбегаю у стройки. Мне стройка недоступна. Ну, я сейчас буду видеть. Я в серой майке, в черных джинсах. Кстати, этот лонгхорн-то хотя бы в этом пригодился. Лонгхорн. Хотя бы как бинокль. Ваня, ты крючок сохранил? Угу. Чем, может, еще порыбачим сейчас? Ну, я у тебя его отжать хочу. Прикиньте, чё? Угол обзора, который в настройках мы меняем, можно менять двойными нажатиями на плюс и на минус на этом. На номлок? Да, прикидывайте, два раза на минус нажимаешь, максимально отдаляет. Блять, это охуенно вообще. Два раза на плюс нажимаешь, у тебя приближение, не надо в настройки. У меня нет, ходить. У меня не меняется. Номлок нажми, клавишу. Да, может, у тебя отключено, все по... Бляха-муха, как круто, а. Блять, дядя Леша, где ты раньше был? Нет, нифига не работает. А у меня на этой кнопке приближение, и я как бы, ну, балуюсь ею, что-то тыкал-тыкал. Раз, и нихуя себе. Так, я к Кулгазу подбегаю. Соответственно, относительно Лёха тебя слева. Ну, я тебя увижу, ты же к лестнике-то подбежишь, пока не вижу, я смотрю. Вот, я с левой колонны подбегаю. О, бля, хоть зомбу нашел. Блять, я экстремально голоден, мне бы сейчас не сдохнуть, блять, у меня красная горит. Ну, ползи. Так, залажу. Давай. Ну, с моей стороны на Колгазе нет никого у этого. За вывеской. Да на Колгазе вроде пусто. Не, ну она меня просматривает отсюда. Так видишь, проблема не в этом, проблема в том, что кто-то Колгаз просматривает. Вот этот синенький, может, лутабельный, посмотри, может, у него какая-нибудь помидорка есть. Нету? Он все, он успехся. А, ну давай тогда бегом наверх. Надо было мне все-таки туда сбегать. I'm starving. Риса отсыпал. Так там Валентин говорит, у него полно еды в одежде. Ему главное понять. Нет, я был в больничке, еще отсыпал. Блять, еще один трупак, блядь. Дальше, это тоже не лутается, этого первого я убил. Все гопники. Да, кстати, все в спортивных костюмах. Да. Один в сером, другом в синем, блядь. В адиках все. Причем такие укомплектованные костюмы-то, четкие, пацанские. У меня вообще никого. Вай, Валентин Витальевич, ешь, живи. Блять. Классно вам там, да, классно. Я сегодня впервые, по-моему, прям вот так вот качественно и полномерно убил двух человек. Ох, нихуя. Я тоже. Прям вот взял, сел, прицелился, убил. Жестокий-то? Это невероятная радость на самом-то деле. Блять, слушай, у него гранаты тут есть, оказывается. Нихуя себе. Ну лутай там его по-нормальному, чё. Лутай, слушай, а почему? А, у меня не отображается, что ли? Или чё, блядь? Чё-то... Ты главное поешь. Найди что-нибудь съесть. Не могу, Лёх, пока ничего найти, блядь. Надевай, значит, на себя всё и релогайся бегом. Ибо сейчас сдохнешь, и всё, я даже не добегу до тебя, чтобы тебя накормить. Так. Блядь, всё руиновое, сука. Банан руиновый. Ваня, выдвигайся к нему, короче, походу. Ваня, да, я сейчас сдохну, короче. Бля. У меня хангри оранжевый. А нет, должно быть хоть что-нибудь, там три трупа реально. Хоть что-нибудь, он дрюхи может что-то есть. Хлопья, короче, все руиновое. Бля, ну это засада. Блять, пиздец вообще. У меня только рис, попить ничего вообще нет. Да блять, рис это охуенно.
Нож, я понял. Нож руиновый. Вообще у меня жрачки полный рюкзак. 0%, блядь. Ой, блядь, компас, хуёмпас. Леха, попробуй какую-нибудь банку, перекинь ему на крышу. Кто-нибудь может посмотреть, кидает? Кто-нибудь может посмотреть на мое здание? Нет у меня движений никаких. Сейчас я подойду уже туда. Короче, я похоже в Камышово, я побежал. А, с Камышово беги, Валентин тоже с Камышово прибежал. Да, причем быстро. Не, я никого не вижу, если вдруг уже наверху совсем. Ну ладно, наверху если, то я его встречу, я смотрю. Че, все, я лезу по лестнице. Лезь, давай. Я смотрю. Да, мне пизда, товарищи, сейчас будет. Ну, слезь этажом ниже, иди навстречу Ване, я не знаю. Ванька поднимается к тебе. Сейчас я посмотрю, что в ящиках. Ох ты, ебать, у него тут, блядь. Хаймен, это у кого? У меня. Какое-то говно прилипло. Скажи, go home. Блядь, ну, блядь. Граната-то не руиновая? Руиновая. Эх. Тут все руиновое. Ваня, давай к нему бегом. Ну круто. Блять! Ложусь. Сука, блядь, мне надо вниз спускаться. Да, тогда. Спускайся, Вань, не лезь. Бля, как бы Ваню не сняли сейчас. Я сейчас тоже попытаюсь слезть, короче. Ну, короче, по мне стреляли сейчас. Я слышал, попало-то как будто то ли по мне, что ли, по лестнице. Нет, по мне попало. Ну, слышал, хорошо. Но стреляет очень и очень далеко. Ну, а это вот 100 пудов с этих... Очень даже. Далеко, то есть он прям вот еле попал. Все, Вань, сиди там вот ниже. Ты видишь пятиэтажки со своего... Этого я за трубу сейчас сяду, короче. Все, Валентин, давай скорее. Нет, слава, меня слава. Сейчас пятиэтажки закрываются зданием твоим. Отлично. Все, жди Валентина, накорми его, чтобы вы не сдохли. Чтобы он не сдох. Он, короче, он. Чтобы не сдохли. Короче, этот пидор сидит, похоже, в этих в многоэтажке. Да, скорее всего. С мусинкой. Стопудово. Вот я там же хотел посидеть. Бля, у меня экстремально хан. Кормитесь скорее. Беги на балкон, к Ване беги. Валентин. А что, ты застрял, что ли, или что? А, блядь, я Ваня не увидел. Вот лежит. Бля, а, бля. Ешьте скорее, ребята. У меня, кстати, тоже уже не энергайзит, а чего? А попить есть что-нибудь? Не, вообще ничего. Ну что, поди-ка вы ко мне придете сейчас и покормимся, я вам дам все поесть. Сейчас на колонку с Ваней сбегаем. У меня еды два вагона, блядь. Блядь, тебе, ну давай к тебе, чего. У меня жажда теперь оранжевая. Блядь. Давай мы на колонку с Ваней сбегаем на ту. Бегите, но... хорошо, давайте я дальше просто сканировать буду. Потом за едой ко мне придете. Главное, Вань, ты не голодный? Я сейчас нет. Ваня, айда это на колоночку. Да, у меня энергизит, но этого жажда будет сейчас. Жажда скорости, бля. А ты, Валентин, оружие-то себе собрал? У тебя все нормально сейчас по оружию, по патронам? Да, у меня мусинка упакованная вся. А, и каска еще. Не, колонка же... В другую сторону, нет? Нет, пойдем, там опасно, я сейчас покажу нормальную колонку. Бежишь? Да, бежишь. Сейчас нас многоэтажек там шлепнет. Да заебется он там, что с многоэтажек с такого расстояния по бегущей мишени. Он заебется текста перебирал. И не, там только по лежачим, там да было иначе. Чё? Там, не. Сейчас хлоп. Не, сосай, проверено, ты чё? Это просто надо, я не знаю... Профи в кубе быть, блядь. Я в электро. Охуенно. Так, Андрей, ты чё? Пухи там наверху есть, да? Есть, да, у меня там осенка. Короче, надо там, не задерживаясь, прибежал, забрал, убежал. Да, как я. Он, видишь, он смотрит как бы не постоянно туда, он периодически смотрит. Ну нет, ему просто нужна неподвижная мишень, иначе он не попадет там, да, реально очень, да. Очень далеко. Но он меня не сразу увидел. Вань, ты где? Сзади иду.
Так. А вот она здесь. Колонка. Блять, знание местности это охуенно в этой игре, бля. Ну все, ребята, я в строю. Опа, тут еще есть здание, на которое можно залезть. Сзади я зомба! Надеюсь... Сзади зомба! А, вижу сейчас. Один, ты сюда. Ай, ты ж попала. Вань, перевязывайся, пей, я прикрою. Угу. Вот здание есть впереди. Справа, на 90 градусов. Неплохое такое. Где посидеть, ты имеешь в виду? Ну. Надо будет на него залезть и посмотреть. Пятиэтажка там, по-моему, да, какая-то такая? Или что там? Твою мать, а! Че, зомби? Зомба переебала до крови, блядь, сука. А ты я перезарядился. Да, я понял. Че, пойдем туда, нет? Куда? В здание-то все. Какой-то тоже... А это мы с Лехой бегали уже, ты видео не смотрел, что ли? Нет, че, там нельзя наверх залезть? Лех, помнишь, он говорит, где нас это выкинуло с сервера? А, ну да, нет, там нет там лестницы делать, на крышу. Понятно. Потрачено там уже. Давай, ну, Андрюху, дождемся, чтобы он залутался. Андрюха сейчас... там, походу, копыта отбрасывает тихонечко. Не, так, в пожарку, нет. У пожарки человек. Зомби бежит, да. В пожарку вбежал человек с не сильно залутованный, Ваня. С рюкзаком. Я-то иду, зомби сзади. Ваня, ай да, да. В пожарку. Вот голоса. Лех, я в черном шлеме со стеклом, с мосинкой маскированной, в зеленом рюкзаке с топором. Я в любом случае спрошу. Я вижу примерно, где вы. Я смотрю сейчас на пожарку. Я в пожарку он бегу. По этажам идет наверх. Вань, подгребай. Зомбы в грязи, блин. Спустился вниз. Выбегает через задние ворота, походу, и... Какую сторону? Да, выбежал через задние ворота, к вам бежит через проем. Вижу. Вот, пошел к этим, к свекольному. Зомби идет. Вижу, с красным рюкзаком. Да. Свекольный забежал. Ну, я вот тут у выхода подожду. Две зомбы согрелось. Он сейчас выбежит, я его тут... Он по-любому выбежит. Вон, вышел. Выбежал. Я лег. Понял. I'm sorry. Короче, меня зомби херачит. Он лежит. Да он все, вы его там сложили. Ну я попал, он вроде упал, или кто его убил-то? Я его убил. Валентин его убил. Там просто него... Он бежал, выстрелил. Валентин в него из пистолета, по-моему, целый магазин высадил. Да. Он вроде живой еще. Я, кстати, не слышал выстрел. Возьми шотгановские патроны у него. Мне не надо, мне дохрена их. Не надо? Так, больше у него ничего взять-то и нет. Фонарик может отсоединить батарейка. Батарейка нужна, нет? Нет, нафиг. Я забрал. Я такой, главное, думаю, сейчас буду умнее всех, прицелюсь, убью. Прицелился, увеличиваю там трах, такие выстрелы в забор, только впиваются пули, и он фейерверком крови падает, блядь. Ну, я так прицельно достаточно по нему хуярил, но, блядь. Я просто... Я не слышал звук пистолета. В приближении все это увидел. Ну, я так хорошо, да, пасовал-то ему. Я зайду в парку. Ну, опять вот клево, да, вот это именно командное, то, что ты увидел, сказал, мы прибежали, выебали. Ага.
Так и с курицей. Ага, сказал Андрей. Если б не ты, блядь, хуй бы мы его выебали. Ну, вы бы его просто не увидели, он очень да, быстро пробегал. Да, да, да. Ну, он реально стремительный. Блять, у меня пидор мерзнет, блядь. Почему на заправке написано «пошел»? Ну, это типа это. Типа пошел ты. Типа пошел, да? А-а-а. Бензин дорогой, видимо. Так, Ваня, ты где? Я в пожарке на четвертом. Я хочу... Меня кто-то бьет, непонятно кто. Я хочу гранату выбросить, бля. Которая руиновая. Ебанет она или нет? Выбросил. Попробуй. Смотри, что в руках не ебануло. Я выбросил. Да то сейчас бы подорвал феерично и Лёху, и Ваню, и себя. Вообще как старая петарда ёбнет, блин, через 2 часа. Так, кто-то заходит в пожарку. Я зашел. Как раз когда я буду пробегать там, блядь. Что-то ребята больше не хотят на колгас лазить, бля. Что-то да, расстроились. Проклято место. Ну, короче, вот снайпер сидит, блядь, где-то там, то ли в лесу, то ли, блядь, в многоэтажках. Если мы его выебать хотим, надо, короче, бежать туда всей кодлой. Ну, да нахрен, не хочу даже искать. Блин, это иголку в стоге сена искать, он, может, уже релогнулся 8 раз. По серверам прыгает там тихонечко из кустов, смотрит на колгас. Вань, ты где? Наверху. На самом верху. Андрюха, ты где? Так, ребята. Я скажу, подбегаю к какому-то населенному, пока не знаю. Со стороны болот идет. Так, зомби бежит. Так. Не понимаю. Со стороны болот, получается, со стороны дороги к вам бежит, походу. На пожарку бежит. Кто? Как выглядит? Это зомби, я не понимаю. Человек вбегает через центральное, человек пустой. Через центральное, через что центральное? Обернись! Блять! Да это называется центральное. Ты че, Валентин? Все, пизда, рулю. Красное это центральное. В следующий раз. Контрольный в череп. Опа! Кто зомби? Кто смосин кидал? Я. О, блин, хомок. Я умыл голова. Отлично. Че там, зомби не падают, что ли? Да, блядь, у меня это мутное видео, блядь, все заебало, блядь. Сейчас чувствую, к нам подойдут. У меня тоже такие смутные сомнения. Я перевязываюсь. Это, короче, баба со скином тёлки. Я стараюсь, чтобы к вам не подошли. Ну, ты красавец, если честно. Впредь, короче, центральное в пожарке это красные ворота. Большие. А задние это задние, там одна дверь задняя в ней есть. Просто ты говоришь центральные, то есть я, если бы сказал центральные пожарки, я бы сразу... Просто я сначала вам к вам вел вот эту зомби, которая бежала от болот, а потом поворачиваю камеру-то, а там чувак, он просто летел со скоростью света, блядь. Я просто не понял слово центральное. Чё я заколебался уже с лестницы падать в пожарке. Центральный. А там ноги все переломал, наверное, все? Нет, нормально все. Просто скатываюсь, короче, и все. А, ну бывает, там замираешь так на секунду, да? Слушай, классная штука пистолет оказывается, блядь. Да, конечно. Вообще охуительная просто. Дробовик. Обрез тоже прикольная вещь. Но патронов маловато. Как ни крути, для ближнего боя обязательно... Вообще супер. Обязательно скорострел. Вот именно в таких стычках там тын-тын-тын-тын насовываешь прям. И не паришься о зероинге и так далее. Есть возможность промахнуться. А с мосинкой там... без шансов промахнулся, значит умер. Да-да-да. То есть прощает, получается. Ну да. Походу, вам надо выдвигаться навстречу к Андрюхе, что ли, или как? Ну, или Андрюха уже до колгаза добежал? Зомба в сторону колгаза стоит. За кем-то кто, бежал, кто побежал? Валентин, ты побежал? Я. А чё ты не ждешь Ваню? Я в пожарке стою. Я понимаю, но вы как-то вместе... Ты сказал к Андрюхе выдвигаться? Я вроде... Да не, вместе по линии. На самом-то деле. Ну ладно, вместе по линии, хорошо. Андрюх, я, короче, ты ориентируешься на... Ко мне заходит. Сзади, что ли? В центральной двери. В
Нет, обходит. Возвращаюсь. Сзади. Бегу назад. В заднюю заходят двери. Откуда он взялся, блядь? В заднюю или в центральную? В заднюю зашел. Их двое. Пиздец. Я в заднюю буду заходить. Давай. Они где? Вань, ты наверху? Да. Они меня не слышат. Они внизу, что ли? Идут. Поднимается. Что-то базарят. Я пробовал выстрелить. Ванька, убегай. Ванька, убегай. Куда убегать-то? Да-да. Еще один. Бля, Ваня, это ты был, что ли? Да. Блядь. Так ты чё, Валентин, да как так-то? Ну так, с испугу, блядь, нахуярил, блядь. Чё, Ваню убили? Да. Да, я убил. Этот до сих пор разоряется там, блядь. Да, да. Слышишь, да? Я подумал, что он живой, а ты, блядь, лежишь, я, блядь, выбежал тебя. Я не лежал, я сидел или стоял, или... Он лежал. Блядь, а чё ты ничего не сказал, что там? Я убил. А хочу сказать-то, я на четвертом этаже, я никуда не убегу. Ну, в смысле, убил, ты не убил, блядь. Ну, я, конечно, чмо, блядь, полное. Ну, а я же сказал вроде, что убил. Короче, все, Валентин, соберись. Я еще стрельбу сейчас слышал, блядь. То ли по мне стреляли, то ли хуй знает, я не понял. Я, короче, с Ваней все скинул, блядь. Давай. Там он рядом где-то, у него друган ходит, слышишь, да? А у ворот кто лежит? Труп какой-то или зомби это, или что? Я не вижу движения снизу. Сука, я, блядь, уже потом, когда понял, что, блядь, я в каску зеленую ставлю, я, блядь, уже задним числом понял, что это Ваня, блядь. Да здравствует Новодмитровск. Пиздец. Хотя тут тоже написано... Валентин, полгаз. Аккуратно спускайся, зарядись весь там, что надо тебе, патроны, не патроны. Потому что есть где-то у него напарник, блядь. Я не вижу. Он реально разговаривает постоянно с ним. Типа... Тут два удара сделал, он меня с шокера бил, но он меня не вырубил почему-то. Блядь, ну, Ваня, ну что ты ничего не сказал, что я его убил? Да ладно, блядь, Friendly Fire, присутствует. Friendly Fire, да, блядь, ну пиздец, сука, блядь, до слез обидно. Ты на первом этаже бегаешь? Да. Ну. С заднего ухожу. Блин, зомби с одного удара вырубил. А чё, я сейчас упаду, да и всё. Парни, подбегаю к черному, сжирать хочу смертельно. Бля, что делать? Мосинка где бьет? Я. Кто? Я. А, короче, Андрюх, у меня есть эта банка этого, как его. Андрюха, ты сможешь ко мне прийти на мое здание? Ты помнишь, где я? Да. Давай ко мне, я тебя накормлю. Если я успею, конечно. Потому что она у нее бордового цвета уже. Блять, ну пиздец. Ваня, блять, прости, пожалуйста, блять. Я тоже чуть не выстрелил, потом смотрю каска, думаю, вряд ли кто-то сейчас... Валентин, ты у пожарки. Я. Тогда там и оставайся, что ли, я пойду Андрюху встречать. Хорошо. Сука, я уже потом понял, что зеленая каска, это вроде твоя была, блять. Но это уже была пятая пуля. Когда пистолет решает. Он пиздец, он просто, я тебя навтыкал в череп просто, блядь. У меня вообще сразу все показывает. Андрюха, ты откуда бежишь-то? Тут же помер. Со стороны пригорода? Ну, пригородки. Так, по железке ты пойдешь, да? Давай по железке пойду. Ух. А далеко ты? Блядь, мостик. Взял Ваню хлопнул, блядь. Я только в город забежал. В Черно. Да. Ориентируй его на кран настройки. Нахуй мне этот кран настройки, да, ему надо к моему зданию бежать. Это самая первая точка, которую он увидит. Так он уже в городе говорит. А, в городе? Так, ребятушки, я в Черно. Бля, красавец. Охуенно, блин. Валентин, жди. Нет, в электро. Все равно заебешь. Все равно добежишь. Я, короче, у пожарки тут это. Или нет. Канифоль. Вижу кран, вижу стройку, вижу колгас. Я же говорю, не в городе, он это. Сейчас к стройке будет двигаться. Короче, Андрюха, я жду тебя в своем здании, на первом пролете. Ну, то есть, поднимешься на один пролет, я тут. Бля, здесь мосинка лежит, нахуй. Бля, ну трешовая серия у нас сегодня получилась, бля. Я потом как-нибудь перекину еще это, когда я убивал. Можно будет, да, зафигачить куда-нибудь. Да, давай.
Так ты можешь мне... ты пишешь, да? Ну, я записываю там минут по 5, короче. Вань, ты мне не можешь поскидывать, я это все склею, это... Ну, я понял, только я не знаю, как скинуть. Я еще посмотрю, у меня бывает иногда звук не пишется. Ну, Андрюха, живой? Я живой. Понимаешь, где мое здание? Да. Бежишь? Угу. Получается, тебе надо будет... Ты вообще знаешь, как на него подниматься-то? Вроде бы, да. Там сначала простой лестничный пролет, потом со стороны колгаза лестница будет, по-моему. Потом снова ищешь лестничный пролет, и я вот тут буду, короче. Ну, я тебя встречу вообще. Блядь. Ты, Вань, в итоге в черный или в электро? Я пропустил электро. Тебя. Ага. Электро, электро. Ну, там похоже на пристани немножко. Я подумал сначала, что в черный. Ну да, там краны такие. А ты, Валентин, все с Ваней поскидывал, да? Да, я со всех все поскидывал. Я, короче, у пожарки тут бегаю, пасу. Кручу, верчу, наебать хочу. Андрюха, близко? Да. Отлично. Слушай, Ваня, ты на крышу залазил у пожарки? Нет. Там дохуя всяких пистолетов, патронов бывает. Лёха, поднимайся на пролёт. Поднимайся. В чём ты, чтобы я тебя не застрелил, бля? Я кепка без футболки. Понял. Голый, что ли? Ну нет, в штанах, как бы. Поднимайся, пока меня не увидишь, я тебя встречу, ты тут не разменёмся. Публичный пишем стрим-то. Опа, стоп. Ты? А, публичный? Так, жди. Вот тебе открытая банка, сразу же ешь. Сейчас я буду открывать. Подо мной. Бери и бегом. Присядь на колено. Блять, Ваня, потом на видео посмотришь, я когда, блять, в пожарку забегал, там, блять, такая перестрелка началась, как будто, блять, ковбоев 30 за другом ебошится, блять. Я тоже в него столько, все, ну, сколько, 15. Ну, вообще, там пиздец, там дым, выстрелы, блять, шум, блять, там, блять, пиздец просто, блять. Я думал сначала с дробовика, но он как-то вообще резко запрыгнул туда наверх. Там такая перестрелка была, блять, пиздец, со стороны, блять, выглядело, ебать там, нахуй, там, просто, блять. Был бы помповик, а не этот, как бы, не переламывающийся. Не ручной, да. Меня бежал по дороге, нашел какие-то кроссовки. Бля, ну ладно, ты хоть рядом резнулся, бля. Я в Новодмитровске сначала, потом тут. Как состояние, Андрюха? Все нормально. Есть что-то у тебя еще, нет? Вообще, что-нибудь есть в карманах? Карманах? Ну, нет, с собой что-то есть. На, возьми вот бинт. Че, там... может, пусть Андрюха колгаз быстро полутает? Да, возьми бинт и бегом в колгаз. Бинт на всякий случай, вдруг перебинтоваться только, что-то надо. Только быстро там, ширк и свалил. Все. Ты по состоянию-то наелся? Да, все, по-моему, все хорошо. Катя, где отсюда? Все, я обратно на свою точку. Я спринтую как могу, блин. Ну, короче, я на точке. Охраняю. Я на точке, на которой отметился, блядь. На которой Ваня, блядь, замочил. На которой я прославился. Сука, пиздец. На которой я победил Ваню. Ну, я с испугу там обосранный просто все обойму высадил. Ну, вот тут что, игра, но максимально реальная, что, блядь. Я думал, сначала их двое идет, потому что он как бы говорил с капслоком. Я тоже подумал, что их там двое, блядь, понимаешь? Я поэтому, блядь, и полетел как черт. Я там какие-то крики, я их даже не понял, блядь, не осознал, что люди говорят. Забегаю, выстрелы, шум, блядь, пиздец. Не, ну что он говорит? Он говорил, типа, поднялся наверх, два раза ударил, и типа его убили. Угу. А он, походу, сейчас туда вернется. Но он ведь кому-то, блядь, это говорил, блядь. Да. Андрюха, что за лип? Ползи. Я ползу, ты что? Ползешь? Да. Я вижу, как будто бы ты залип. Ладно, хорошо, если ты ползешь. Андрюх, ты там лежа сильно не полутаешь, там надо на корточки сесть. Быстро. Ребята, сервер упал, походу, сука, блядь. Блядь, вот это хуёво. Это очень хуёво. Думаете, да? Ну, у меня не меняется оружие. Но я бегу все равно. У меня также мостенька не убирается. Ну, Андрюха, пока лезь, Ваня, пока беги, пока не увидим мы эту надпись. Но, походу, все, блядь. Придется дюпаться.
Ну ладно. Ну и дюпнемся, что теперь? Да, хули нам. У меня есть ящик желтый, мы вообще можем делов наделать. Блин, у меня там стрелы были. Печально, печально. А МП5-то не взяли, да? МП5 руиновый. Ну что, выходим, что ли? Да подожди, у меня красный не сгорел с надписью. Может профукать? Сейчас я выйду, я вышел, посмотрю, что у вас на сервере показывает. Я фонарик тоже не могу скинуть, ничего не могу скинуть. 29.30 показывает. Может профукается? Пытаюсь к вам подключиться. Не, ожидание сервера пишите. Ну пока сидите, я буду обновлять. Нет, упал сервак. Ладно, я выхожу. Ну по идее мало, как бы, мы сколько играем-то? Я перезайду сейчас на другой, может, золотой еще. Я весь в луте валяюсь, но ничего не могу ни взять, ни одеть, ни поменять. Блядь. Ай, говно. Значит, сейчас перезаходим на пустой сервер и дюпаемся, что. Столько лута, блядь. Там лута очень много, там невероятное количество лута, блядь. Ну все руиновое, все руиновое. Ну там стрельба была, дай божечь. Беру мощнику никак. Так я вам говорю, все, он упал. Слушай, а после рестарта ведь ничего не будет, да? Ну, скорее всего, нет. Ну, я куда-то зашел, короче. Побегу дальше. Давай. Нет, как бы есть народ, но немного. Блин, я... Километр, наверное, назад очутился. Понятно, короче. Уходим тогда, чё? Лёх. Да, выходим. В ванне заходим, что и там это все.